Товарищи, наконец-то мы добежали до вас из всяких мест не столь разных. Кто откуда, кто из сна, объятий Морфея, кто из объятий белого камня, там еще кто терпеливо ждал. Кто из Homeworld Mobile пришел к нам, а кто прямо с Homeworld 3.ru. Да. Вот, а сегодня мы потрендим за Homeworld 3, что мы увидели в нем и как нам он понравился с самых разных точек. У нас есть товарищ Алекс Двулисы, also known as Alex to Fox. Еще у него есть крайне занимательный канал на YouTube, где записаны прохождения Homeworld Cataclysm, Homeworld 2, игры Homeworld Remastered и Homeworld 2 мультиплеерные, где он показывает чудеса изобретательности. Ремастера там особо нет, но... Но, тем не менее, вот, можете посмотреть, как... Какая игра была раньше и какая она сейчас, да? И когда я слушал твои рассказы о том, как ты проходил Homeworld Cataclysm и тырил туранские фрегаты из-под носа таиданского круизера в четвертой миссии, когда уже у Кунилана была опасность быть зараженным тварью, это крайне интересно. Жаль, я не записывал. Вот. Это, значит, первый наш товарищ, который с точки зрения очень продвинутого игрока сможет рассказать о своих впечатлениях про Homeworld 3. Так, дальше у нас есть товарищ Цитадель, а.к.а. Капрал Хиггса. Просыпайся давай, разбудите кто-нибудь Хиггса. Он нам может рассказать свое мнение с точки зрения Unreal Engine, как он видит все это дело, и с точки зрения какого-то такого, не знаю... I'm designer, I'm Unreal Engine... Generalist. Да, да. С точки зрения дизайна я как раз и хотел это сказать. Да, но есть что-то, что подбешивает, конечно, да. Подожди, подожди. Мы еще дойдем до этих жопоприговорительных моментов. И у нас есть товарищ Пандора Зеро. Опытный ветеран ХВ-2 мода сцены. Он всегда был активен в сообществе русского Homeworld. Это, получается, Homeworld 3.ru. Раньше это был ХВ-2.net или что-то такое. Я уже не помню, честно говоря. Но Homeworld 2.rus, по-моему, назывался. Да. Там, короче, всякое такое было. Ну, в общем-то... как в горце остался только один. К сожалению, у нас тут не присутствует товарищ Алекс Зет с Homeworld.ru, который на самом деле Homeworld Mobile. Ру правильно было назвать, поскольку там все про Homeworld Mobile. Очень классные вещи. Вот было бы интересно, как он на это дело смотрит, как представитель нового поколения, поскольку я его никогда не видел, Homeworld 3. Мы, знаете, тут собрались такие старые пердуны с Homeworld 3. Ну да, немного погундеть о старом, да. Погундеть, да, за вот это все дело. И Пандора. Да, и Пандора, ты же разрабатывал The End of Times, вот это, что у тебя еще было? Там такие всякие мелкие моды. Короче, очень сильно больше. Модерскую да, тему. Да, я больше самокопанием занимался. Ну и, собственно, поскольку я тестировщик, буду жопу пригорать сегодня насчет лора Homeworld. Мы профессионалы, нам можно верить. Окей. Ну окей, да. Наше мнение... Экспертное, да. Ну давайте тогда начнем. Я бы разделял по темам. У меня вот выделилось, по крайней мере, 5 тем. Это графика, стиль юнитов новые, музыка, UI, UX и, собственно, геймдизайн всего того, что мы увидели. Окей, давайте по графике. Что вы скажете? Как вам понравилось? Понравилась ли вам картинка, которую вам демонстрирует товарищ Робси и компания? Unreal 4 вам нравится? Нет. Мне не нравится. Честно, мне не нравится зализанность. Ну, как сказать, не стоит думать, что я там хейчу или еще что-то, но мне, как сказать, человека, который с Unreal часто связывается, у меня сразу глаз цепляется вот к дефолтным пресетам, так сказать, шейдеров и вообще настроек материала. Вот, ну, прям Unreal, да, как он есть, как будто сцену дефолтную создали и накидали в нее освещение, добавили моделей, настроили шейдеров и все. Uh-huh. То есть эффекты все тоже ниагаровские используются. Я тебе показывал ролик, то что, ну, вот все эти эффекты Ниагары, их сразу видно. Это, не знаю, непередаваемый стиль Unreal, так сказать, да? Почему-то просто вот есть проекты, которые делают на Unreal хорошо. К примеру, тот же Atomic Heart или еще что-то, да, там. Ну, много игр на Unreal знаем, где ты не поймешь, что игра сделана на Unreal. Ну, типа, а тут как пофиг. Будто ты... Да, как будто ты запустил реальный редактор Unreal, да? И сейчас тут в тестовом режиме запустил сцену. То есть постпроцессинг как бы настроен
онлайн тоже не сильно важно. Знаешь, еще не хватало, вот, чтобы автоэкспозиция была включена. Я бы тогда точно сказал, что чуваки просто создали сцену и... Ну вот видишь, ты это подметил, потому что ты в этом работаешь. Да. А мне, как обычному игроку, это не особо заметно, да? Я просто могу сказать, чем мне не нравится именно обосновать, так сказать, почему я против того, что это так выглядит. Это потому что на фоне таких как бы стандартных настроек теряются мелкие детали в происходящем. Пропадают корабли, вот знаешь, в пустоту растворяются. Нету контраста в сцене, да, то есть тебе тяжело выделить основной объект на фоне происходящих событий. Вот если поиграть Homeworld 2, да, там как-то более... статично выставленное освещение, более контрастные модели между собой, да, и они акцентируют на себе внимание, и за счет этого ты как бы, о, да, действительно там происходит что-то. Тут, да, да, я с этим вот с тобой согласен, потому что блум какой-то сливается, да, на фоне вот... это все. Да, ну это вот как раз-таки то, чего, допустим, у меня постоянно заказчики, да, требуют, типа, там, надо расставить акценты, и ты все время сидишь и дрочишь этот Unreal, выставляешь освещение, чтобы все сакцентировать правильно и вот избавиться от вот этого вот посредства стандартного освещения, стандартного шейдинга и постпроцессов. Вот поэтому мне Homeworld и не понравился в плане графики. Нет, в целом все отлично, у меня нету претензий, даже видно то, что модели сделаны в принципе по старой школе, да, те же всякие дебрисы, мегалиты, смотришь, даже текстурки как будто бы просто подтянули из оригинала второго. Как бы освещение, вот и общая атмосфера сцены, именно построение сцены меня как бы немножко вот удручает. Можно терпеть. Просто на фоне происходящих событий столько всего происходит там, да. Я вот тебе, по-моему, уже говорил, Дред, вспомни торпеды Homeworld 2, да, вот. Торпедный фрегат выпустил торпеду, ты понимаешь, что ебалда такая летит здоровая, да, сейчас сандалят тебе. А если истребитель летит, она разрывается на мелкие торпеды, да, и ты уже мелочь видишь. Здесь, то потом крузер выпустил торпеды, что торпедный фрегат выпустил торпеды. Да какая-то там машкара просто летает, что происходит, непонятно. Понятно. Ты вспомни, ну, торпеды батл-крузера Вейгерского, Горбатого, да? Это же просто неумолимо, это какая-то неизбежная смерть. Помните, батл-крузер взрывается, взорвался, и ты такой, вот тварь, выпустил торпеды напоследок, а? И все, и они летят, и ты так смотришь, как они летят, и думаешь. А здесь батл-крузер этих пробужденных прилетел. Я даже не понял, чем он стреляется вообще, как бы. Ну, я понял, что у него там ионки есть вроде как, ланцет-лучи там, да, и какие-то мини... кальмарики, я не знаю, комарики. Okay. Торпедки с комариной укусик. В общем, поэтому у меня претензии к графике Homeworld именно вот. Ну, не расставлены акценты, и не вот этот запашок дефолтного Unreal не убран. Если бы вот это убрали или как-то доработали, я бы сказал, супер, класс. То есть у меня претензии не к проработке модели, не к проработке как бы, ну, всего происходящего, а именно к настройке сцены, так сказать. Ну, надо ж не забывать, сколько они там наворотили всяких вот этих эффектов, фильтров. Да, да, да. Ну вот это постпроцессинг. Непривычно немного. Вот по сравнению, вот в ремастере какая-то такая четкая картинка, да, ты сразу понимаешь, где что как. А в третьем такое ощущение, вроде как маслом так вот намазали, да, так развозюкали, и непонятно, где что, какая-то каша получается. Да. Я понимаю, о чем ты говоришь, что да, какое-то вот оно может быть гармонично вот в плане цветов, то, что они понапридумали, но из-за этой гармоничности оно вот теряет контраст. Играется очень плохо, да. Нет, вот. Ты не можешь сконцентрироваться на каком-то именно конкретном действии или объекте. Оно у тебя как-то просто вот расплывается. Да, как я говорил, у меня такое ощущение, что игру делали дизайнеры, а не команда. То есть, да. Это, знаешь, у меня тоже это такое вот ощущение. Мы с пацанами собрались делать игру, ограничились блупринтами, минимальными знаниями, зато мы умеем моделить, так сказать. У нас есть какое-то видение. Да, мы рисовать красиво умеем, да, но не умеем делать. Да. Кучу артов они сделали, да. Еще мы очень много хотели в первых частях. Вот мы вам все покажем. Вот вам кучу вывалили всего, пожалуйста. Ну, молодцы, красавчики, конечно. Да, где игра? У них была задумка изначально в первом Homeworld, да, там масштабный, там топливо у кораблей кончается туда-сюда. Они что-то смогли реализовать. Вот, а потом им выделили бабки на вторую часть, да, они начали вторую делать. У них вообще безумные идеи появились. Мегалиты, там изменения ориентации в пространстве, полеты сквозь всякие огромные объекты. Они все
ты кучу вывалили программистам, программисты такие, типа, ребята, вы что? Мы это не сможем сделать в такие сроки, да, и за такой бюджет. А теперь появился Unreal. Что в тренде, на том мы делаем. Как бы Unreal позволяет просто добиться более широких возможностей. Знаешь, что мне кажется? Что... У меня такая бешеная теория. Они делали Deserts of Karak на Unity, потому что Unity был дешевле на тот момент. Да. Вроде как проще, типа на C-Sharp сделать эту всю херню. Какие-то фильтры там были. А потом им выделили бабки на Homeworld 3. Они начали, они поняли, не выдюживают. Нужен какой-то более гибкий движок. Видимо, они решили, что через блюпринты, которых не было в Unity, они сделают все это на раз-два. Теперь это выглядит как будто из дефолтного редактора. Надеюсь, они действительно не делали на блюпринтах игру. Иначе это просто будет бесконечная ода о багах. Фишка в том, что у них была красивая картинка. Плюс еще я смотрю сейчас на эту ледяную поверхность, и явно на Humble Deserts of Karak они наблатыкали сделать поверхности. То есть... Поэтому мы насыпем песочка и добавим ледяные глыбы в открытом космосе. Точно, да. Там песочек же в последней миссии. И ветерок. Хорошо, еще снежок не идет. Прекрасно. Полные погодные эффекты. Им надо было подводную стратегию делать. Submarine Titans 2. Как раз подводный StarCraft, и тут под динамикой пошло бы. Мне кажется, на Unreal было просто проще людей найти. Возможно, он да. Довольно популярный движок. Вообще, с этим Unreal'ом столько факапов совершили, особенно вскрытие, которое ты показал. Это вообще просто антас. Кстати, мне вспомнилась похожая история про то, как System Shock ремейк Night Dive делали. Они тоже сделали эту Kickstarter-компанию. И в начале первая версия System Shock была на Unity. А потом они начали экспериментировать и решили, что им лучше делать на Unreal. Обосновали это тем, что проще делаются какие-то вещи. Действительно, если ты выходишь за рамки инди-девелопмента, то, может быть, есть какая-то разница? На мой взгляд, Unreal хорош в том плане, что вот если взять, опять-таки, второй Homeworld, да, они были ограничены жестко рамками движка, так сказать, возможностями, и чтобы какие-то серьезные идеи внести, пришлось бы очень много чего перепиливать, да. Unreal позволяет, вот, у меня появилась дебильная идея, чтобы корабль переворачивался, да, раз, блюпринты там, ну, образно говоря, накидал, все раз, чики-пуки встало, ну, то есть гибкость движка большая. Вопрос в том, как это потом собирать и оптимизировать. Да, это значит, что движок хороший, подходящий для проект-менеджера, который такой типа, ой, знаешь, а вот переделай вот вообще все сейчас по-другому, да, и ты такой раз, и все переделал, а потом тебе говорят, ой, давай вернем назад. Раз назад вернул все. Да, то есть если то плана нет, то... не ограничивают жестко в рамках. Ведь, как известно, да, Homeworld 2, это почему они много механик закладывали, которые не получилось реализовать из-за того, что там у них сроки подгорали, бюджет ограничили им, или что там было с ними. Сейчас у модмейкеров тоже с этим проблемы были, да, и приходится научное изыскание проводить, чтобы понять, как ввести какие-то механики. Ну, проблема, да, по самом движке ограничения уже, и ты туда не залезешь. Ну, да, нету так сказать, исходного хода. Ты можешь хода, только поверхностно там как-то скриптами это обыгрывать, но где точки выхода есть, там... Глобальную какую-то механику добавить новую ты вообще не можешь. Где вот разработчики Unreal, вложили в проще будет, да? Вариабельность. Там оно и останется. Вот те же Lua-файлы, конечно, они очень хорошо помогали в этом плане. А тут хер его знает. Вот и Deserts of Karak, да, модеры плачутся, то, что ни хрена не могут с ним сделать. А такой потенциал был бы. Закрытый, и ты с ним ничего не сделаешь. Ну как закрытый? Но все равно там какие-то вещи там люди... Это очень печально, конечно. Ну, то есть, тот же Lethal Company на Unity, тем не менее, с ним что-то могут делать. Я не знаю, насколько это широко, но... Просто, опять-таки, Homeworld 3 не зашифровали. Исходники все открытые, не нужно ничего декомпилить. А я думаю, они просто не заморачивались даже. Да. Они просто дизайнеры. Да. Они вот сделали какую-то кривую демку и даже не заморачивались, какие материалы там лежат, кто их посмотрит, выпустили, как говорится, отдавайте на реакцию. Ну, там, нет. Кстати, голая женщина с сиськами будет. Залезайте. Посмотрите. У нас в стриме 18+ стоит, нет? Там даже в 3D. Но это милпа. Mothership, I'd love to play. Только потом кошмары, конечно, снится могут начать. Ладно. Давайте без спойлеров.
Еще что хотел сказать сразу же геймдизайну, да? Давай, мне подожди. Мне совершенно не понравились бэкграунды в игре. Они про геймдизайн пока нет, про бэкграунды рассказывай. Они мертвые, потому что, как подметили верно, я правда уже не помню, где я это читал. Ну, просто мне мысль понравилась, и действительно оно так и есть. Что привлекало потенциального игрока в Homeworld 1 и 2, да? Это какие-то непонятные мегалиты на фоне, огромные строения, корабли. Mm-hmm. Я прям цитирую дословно то, что я прочитал, потому что этот комментарий как бы... Первый Homeworld, у тебя планета на заднем фоне висит, ну как бы просто надалеко ты можешь объяснить это сам себе, что ты до нее не доберешься на обычных движках. Из этого же, когда я первый раз, будучи маленьким, сел играть в Homeworld и, естественно, ни хрена не понял, это буквально, наверное, 98-й или какой-то 99-й год, я сидел, у меня челюсть отвисла от происходящего, но я совершенно не мог понять, что вообще делать в игре, потому что еще и багованное со сборника 3 в 1. Я даже не понимал, что добывать, и мы сидели с родителями, я помню, родители говорят, смотри, планета на фоне, наверное, на нее надо как-то сесть. То есть бэкграунд всегда вызывал интерес, мегалиты всегда вызывали вопросы о том, что это за мегалиты, чьи это корабли, и как они там оказались, а можно ли их изучить и прочее, прочее, какую-то тайну составлял. А здесь тебе просто фон кинули с облачками, типа. Опять-таки, из тех ресурсов, которые сейчас уже попали в публичный доступ, да, бэкграунд и прочее, я не узнаю окрестности, меня как будто в холодный сырой подвал. Где местный Млечный Путь, да? Старает смотреть через окошко, да. Здесь вроде как, типа, упор на мегалиты, которые присутствуют тут, но они не такие масштабные, как в Homeworld 2 были на фоне, да, то есть особенно в ремастере, когда они параллакс ввели более-менее какой-то, то ты еще понимаешь, что они вдалеке объемные эти объекты. А типа Карасское кладбище? Там еще свет пробивался через них. Они реально вызывали какой-то интерес. То есть ты понимал, что ты просто ничтожная мошка среди огромных масштабов вообще всего. Вот это очень сильно ударило по стилистике, на мой взгляд, Homeworld, потому что бэкграунд — это неотъемлемая часть лора, даже, я бы сказал. Да. Даже второй Homeworld вспомнить, а вторая миссия или какая там, где надо было Бишопа спасать. Да, на фоне там происходили взрывы мелкие, так, и ты такой, действительно, непонятно. Бой происходит на орбите. Хигару сейчас оккупирует Вейгер. Это ты, кстати, хорошо сказал. Эти мегалиты, я вот смотрю на них, если в первой части мы просто их бэкграундом видели, во второй части не давали долететь, то здесь мы долетели, я смотрю на это вблизи, я не понимаю, а какая функциональность у этой хрени? Кубики вот этот, весь такой брутализм вот этот вот это объект. Это постная херня, как Ван Гог, такая задумка художника. Да, я так вижу, да. И это опять же говорит о том, что у нас команда дизайнеров. Интересно, куда они с этим вырулят. И самое главное, если ты сейчас смотришь на игру с точки зрения человека, который знает лор и играл в предыдущей части. А так как Homeworld 3 у нас, насколько я понял, нацелен еще и на молодую аудиторию, более новую, которая может вполне быть незнакома с предыдущими частями. Какие у тебя мысли возникнут от того, что ты сейчас сражаешься в мегалитах среди огромного, допустим, корабля, на котором символ пробужденных? Ну что, это их база, что они ее построили, это их мегалиты, как бы. Никаких лишних вопросов не возникнет. Это мы понимаем, что это какое-то дерьмо из прошлого, непонятно, которое здесь появилось. Молодая аудитория, наверное, не будет задаваться этим вопросом, она будет задаваться вопросом по поводу интерфейса. Это вот точно для молодежи. Да, подожди. Наверняка все задавались вопросом, да, о масштабах игры, и все мы прекрасно знаем, какой размер у Мазершипа, там, и какой примерный размер у кораблей, да, буквально в метрах, и полно видосов на Ютубе. И когда играли в предыдущей части Homeworld, то понимаешь, вообще просто нереальный эпический размах фоновых объектов, что это даже, на самом деле, физически, в принципе, и не особо возможно-то, да, в каких-то местах. Но это получается как бы технологии на уровне вот сферы Дайсона. Тараса дошла до уровня таких технологий, значит, она думает исполинский, да, и вот и строит такое. Тут во в-третьей играешь, у них реально ветер в голове как будто бы. Короче, размеры крошечные просто этих мегалитов. Это просто локальный мусор, так сказать, а не мега-объекты. Mm-hmm. Да, и небольшое дополнение по поводу дизайна. Спойлерить не буду, да. Всем известно, то начинают на ресурсы демку уже потрошить и смотреть, как там, что там. Да там довольно, я тебе скажу, такие исполинские будут мегалитки, какие-то огромные трубы, через которые мы будем пробираться. Но я надеюсь на это, что это будет нормально смотреться.
Там хватает материалов. Если сейчас убрать все эти мегалиты, оставить открытый космос, да, то у нас фокус внимания будет как раз-таки на кораблях, и ты будешь чувствовать битву флотов. Что ты попал на завод «Лада», да? Это все как-то одинаково. А потом еще и насчет бэкграундов. Они, видимо, говорю, настолько хотели сакцентировать именно на мегалитах, что внутри них можно летать теперь, и на них можно сажать турели. Наверное, если бы добавили еще и мегалиты на фон и на бэкграунды, то тогда вообще бы, наверное, визуальная каша просто получилась бы. И так как бы не видишь белого света, да, неба над головой, а там еще какие-то нагромождения на фоне. Они же придумали миссию, где ты плоским мазершипом будешь протискиваться сквозь узенькую щелку там льда или чего-то такое. Они ж не зря сделали кнопку переворотом. Да, кстати, ты заговорил про вот первое обучение. Вот эти вот гигантские астероиды летают, знаешь, и, честно говоря, ОРБ напомнило 2000 года. Вопрос. Я вот просто не обратил внимания. Они хоть вращаются, но астероиды? Нет. Статичные. Ну, как во втором Homeworld, да, была туман из Гиена. Вот, по сути, точно такие же. Ну, во втором просто астероиды хоть какие-то, но вращались, как движение, там... жизнь была. Ну, именно такие большие, которые живут, то есть они не вращались. Но это вот, другой. Да. А обычный, да, там не обращал внимания. Не все, конечно, там как-то оно настраивалось просто выборочно. Ломки точно вращались. Ну, в третьем вот, просто они там статичные. Вот еще скажу по поводу бэкграундов. Почему Homeworld Cataclysm ощущается совершенно другим на фоне первого Homeworld? Он живой, это там бэкграунды моргают, молнии бьют, ёпарасоте. Я же тебе сказал, да, именно. Постоянно какие-то звезды мигают, какие-то туманы. Да. Такое ощущение вроде как. Что-то происходит. Какая-то загадка. Да. На гнетущую такую жуткую атмосферу как раз-таки навели вообще как надо. Да, да. В принципе, этого и ждал в третьей части. Хотел спросить, что вы по поводу разрушений и разрушаемости думаете? То, что нам обещали, да, как бы, и спрашивали, какие разрушения вы хотите, там, чтобы это было просто промятие металла или вы видели прям переборки внутренности корабля. И то, что мы получили по факту, тайлящиеся декали, опять-таки дефолтные из Unreal с накинутыми шейдерами, дисторшен и прочего. Это был просто старый билд. Ну, я, по крайней мере, на это. Да, кстати, насчет билда. Помнишь, там играли инфлюенсеры всякие? Так вот, есть такое ощущение, как будто у этих инфлюенсеров была версия, которая позже, чем то, что нам выкатили сейчас. И то, что нам сейчас выкатили, это просто повод для того, чтобы сказать, ой, ну вот фанаты не заапрувили, поэтому нужно продлить разработку. Хотя в чем-то смысл такой хитрой операции, я не очень понимаю. Звучит как чушь, если честно. Короче, сразу выскажу свои предположения, почему кривые рамки гиперпространства, почему инверсионные следы не давай, совпадают да. И прочее, прочее. И... Это, как это сказать, не матом. Скажи матом, сложно, у нас да? Стрим да. 18+. Короче, это был чисто проеб, так сказать, тех, кто настраивал. Это мое предположение, но мне кажется, что дело именно в этом. Особенно зная, так сказать, нюансы Unreal, то, что у него своя мировая система координат в игре, и она не всегда работает так, как ты ожидаешь. Надо выявлять и исправлять эти косяки. Есть система частиц Ниагара в Unreal. Это видно, что они используются. Я вот просто сейчас нашел образец ниагаровских эффектов. Даже просто видно, что это одно и то же. Дефолтные, поднастроенные эффекты. Короче, в Homeworld классическом, да, эффект эффекты и прочие вещи были сделаны спрайтами преимущественно. Спрайты жестко привязаны к определенному месту, а ниагаровский эффект подчиняется физике внутри движка. Как это все устроено? Ты можешь приоттачить объекту, так сказать, чтобы он наследовал его свойства, да, и двигался за ним. Как известно, у любой 3D-модели есть, так сказать, якорные точки. Эти якорные точки могут уезжать, все может смещаться. Видимо, вот ниагаровский эффект, который прикрутили к кораблю, возможно, якорные точки сместили. И, соответственно, когда триггер срабатывает, чтобы эффект сработал, он мимо и появляется. Допустим, инверсионные следы от кораблей, которые привязаны к двигателям, они не подчиняются динамике корабля, они в своем физическом мире, так сказать, живут. Своим законам гравитации и прочего подчиняются в игре. Отсюда и несостыковки происходят. Что-то не туда уезжает, что-то не туда смещается. Окна гиперпространства, это тоже Ниагарой сделано, тоже явно видно.
видно. Просто вот проеб конкретный. Там надо вопрос, сидеть зачем и так выкрачивать. Это наоборот упрощает. По-быстрому накидать эффектов называется. Видимо, то, что мы как бы заметили, по-моему, совсем упрощает. Ты же как человек, который тоже 3D-графикой занимается, я думаю, знаком с системой частиц в том же 3D Max, к примеру, да? То есть ты создаешь какой-то эмиттер, задаешь ему ветер, если надо, гравитацию прикручиваешь, да, и количество испускаемых частиц и прочее. В принципе, Ниагара это то же самое. Ты по-быстрому накидал, что тебе надо. Да, а здесь проще. То есть здесь у тебя есть глобальные параметры гравитации, так сказать, настройки сцены, да, и ты просто накидал на эмиттер необходимые частицы и блюпринтами, опять-таки, поведение задал, допустим, чтобы они повторяли какое-то изображение там, или рамку создали. И все автоматически работает. Соответственно, от того, что оно все автоматически работает, оно и работает криво, не так, как ты хочешь. Ты не можешь задать, так сказать, ключи анимации поведения частиц, как это можно сделать в том же 3D Max, да, ты можешь поменять там интенсивность в определенный момент, как тебе надо и прочее. Здесь можно тоже это сделать, но это надо просто сидеть, как бы настраивать как следует. Поэтому это, на мой взгляд, чисто технический проеб. Надеюсь, они все это поправят и будет лучше. Но мне глаз это режет. Те же эффекты повреждения, короче, когда хит происходит, попадание, триггер срабатывает, чтобы просто декалька отобразилась. Ну, это я по-простому совсем объясняю. В Unreal есть такое понятие, как декали, как наклейки. Это, в принципе, плейн, который не имеет, так сказать, геометрии своей. Он как наклейка приклеивается к объекту, к месту. При этом ты можешь отключить это взаимодействие, чтобы он только с одним объектом взаимодействовал. Иначе все, кто в радиус действия этой декали попадет, на них тоже все это отобразится. Декали, они имеют тоже свойство материала, то есть свой шейдер, и ты можешь на него накинуть дополнительные эффекты, чтобы он, допустим, продавливание какое-то создал через норму маппинг или что-то. И через бамп и прочее. Свои свойства, там типа спекуляр, glow, metalness там и прочее, прочее. Короче, как обычный шейдер, да, на который ты можешь накидать кучу карт, текстур, так сказать, попроще. И все это, я так понял, реализовано именно этим. Ты можешь даже псевдопараллакс сделать в теории, если подзаморочишься. Ну, я тебе скажу, подобная технология, ну, я имею в виду декали повреждения, она даже и во второй части используется. В ремастере уже с помощью шейдера просто доработали. Ну, просто, понимаете, надо смотреть правде в глаза, и мы живем в интересную эпоху, и мощности компьютера, и Unreal позволяет реализовать гораздо более сложные вещи с большим количеством полигонов. Мы уже не ограничены, там сколько было во втором Homeworld ограничений, там 7, условно говоря, тысяч полигонов на корабль, надо за эти рамки там не выходить стараться. Тут, пожалуйста, ты можешь по 500 000 полигонов потратить, а потом другие корабли как прокси-объектом использовать, да, и они не будут нагружать. Также и текстуры не нагружают, если правильно их настроить, буфер видеопамяти. Тут размах можно было широкий сделать, и можно было в прямом смысле просто перегородки внутри сделать, разрушение корабля сделать. У Unreal в этом плане возможностей очень много, если покопаться, то, особенно имея команду кодеров и прочее, можно такое вообще вытворить. Множество проектов на Unreal сделанных этим могут похвастаться, а тут как бы нам в After Effects показали повреждения, какие мы хотели бы видеть, а потом показали нам декальки шокальные. Найдут за эти 3 месяца спецов, которые в экстренном режиме все это фиксят. Я сомневаюсь, конечно. Что-то у меня тут смутные сомнения. Ощущение, вроде ты получаешь ремастер первой части. Плюс я что-то сомневаюсь, что именно полноценная игра в мае выйдет, а будет еще. Я тоже очень сомневаюсь. Очень много работы на это дело. Да. Что они делали все эти года, когда они делали фиг-анонсы? Я тоже не понял. Я не понимаю. Движки меняли и концепты рисовали. Если была хотя бы 5-я версия Unreal, а 4-я осталась. Да. На самом деле, да, то, что они между версиями так скакали Unity, Unreal. С одной стороны, да, как бы не всегда хочется переезжать с одной версии на другую, да. Но на самом деле в рамках Unreal, ну не так на самом деле это и сложно. Не, я, ну, смотри, свой проект спокойно переношу с 4-й на 5-й. Обкатанная давно. Ну да, но 5-0 элементарно хотя бы, да, там 5-1 уже тоже стабильные. Ну, я думаю, они просто тут, да, уже такой, как бы не хотят уже рисковать. Оно вот работает. Ну да, согласен. Да, и слава тебе, Господи. Да. Ну, с другой стороны, да, с 5 по 5.2, по-моему, версию тосселяции не было в Unreal и прочих всяких фишечек. Ну, много чего отсутствовало. 5.3 вышло не так давно. Много, конечно, нюансов. Наверное, да, просто стабильная, обкатанная рабочая версия, поэтому остались на ней. Да. Ладно, обсосали графон. В общем, поняли про движок и про то, что программеры не очень, но дизайнеры хорошие.
целом нормально, но можно было и лучше. Поговорим о том, как вам нравятся новые кораблики. Мне нравятся истребители, крупные корабли мне не нравятся. Мне, по-моему, только материнский корабль только понравился, и все. Как всегда было ясно из Homeworld 2 и 1, то что корабль строился вокруг его функционала и вокруг его орудия, да, то есть и он, и корабль — это пушка с двигателями, да, саппорт — это, ну, ремонтные станции с площадкой под команду там и прочее. Здесь же у нас то, что мне всегда не нравилось у всех, вот, знаешь, любителей сделать космические кораблики там по модели, да, это сделать летающие корыто с тонной пушечек, которые смотрят в разные стороны, да. В этом-то и главный плюс дизайна кораблей был в Homeworld. То есть это орудие, вокруг которого построен корабль. Здесь мы как будто сейчас попали на китайский автомобильный завод, где пытаются под современную стилистику, да, замыленную сделать. Раньше у машин был свой дизайн, да, там взять японские машины, европейские машины, там, 90-х, начало 2000-х. Каждая машина со своим стилем. А потом пошли обмылки сплошные. Те же яйца только в профиль, да? Так же и тут. Каждый корабль потерял свою уникальность, на мой взгляд. Да, особенно по поводу фрегатов и дестройеров. Они просто как-то слились в дизайн. Они, ну, вот, да, просто... Дестройер как два фрегата просто. Да, да. Вот просто сразу скажу. Homeworld Desert of Kharak и третий. Они, походу, вот просто зациклились на этом дизайне. Вот вспомнить истребителей, которые взлетали с палубы. Бомберы. Вот сейчас, да, бомберы. Вот сейчас засунь их Homeworld 3, и они впишутся в дизайн. Хотя, может... как бы время прошло между событиями. Сколько эпох и технологий поменялось, да. А стилистика почему-то вернулись к классике, так сказать. По их внутреннему лору. 200 лет прошло. Как были рейлганы, так эти рейлганы теперь отдельным орудием и тут на кораблях, да. То есть много таких же фишечек. Как мог этот Каписи торпеды, ракеты выпускать мелкие, так же и тут. Чё говорит торпедный фрегат? Ну, как бы, да, прикольно, типа там отдельные блоки сверху, внешние выведены под ракеты, которые открываются, все красиво. Но торпедный фрегат из второго Homeworld — это что-то совершенно было другое, на мой взгляд, действительно функциональный и имеющий смысл. Опасная, так сказать, и борг-убийца. А тут все навесами сделали на кораблях. Опять-таки, то есть, это уже скорее орудие прикрепили на корабль, а не корабль построили, чтобы он... Мне вообще, на самом деле, торпедник Хигарский очень напомнил ракетный корвет Урань. Корветов 4 штуки, знаешь, слепили, фрегат один сделали, чуть подстилизовали. Смотри, какая херня, что есть шасси фрегата, и на него тупо навесили вот эти вот птуры. Тут же фишка в том, что действительно, как ты говоришь, Хикс, что там шасси приспосабливали под орудие. Был какой-то общий конструкт, но тем не менее, да, оружие там главенствовало. Не знаю, у Ассоля там два плазмени как глубоко внутри сидят, а тот же самый хигарянский торпедник — это две дырки, но эти дырки производят ракеты. Внутри этого фрегата технически должна была быть фабрика по производству этих торпед, потому что не из воздуха же не берут. А здесь вот откуда берутся ракеты? Ты в классическом диалоги Homeworld можешь все логично объяснить, весь функционал корабля, и даже прикинуть примерно, где у него реактор, где у него что находится, да, там, где у него производственное отдело, где у него экипаж. Да что говорить, я же уже говорил, окошек даже нету у кораблей. Я бомбил в свое время с ремастера до второго Homeworld то, что Таиданом иллюминаторы закрыли на истребителях. Первый, вспомнить Homeworld. У Трикора как бы кабина пилота, кокпит есть, ты видишь окна у него там, да, и прочее. Ремастериде, а ему бронелистами закрыли этот кокпит, оставили маленькие окошки, и ты даже не понимаешь вообще, куда пилот там смотрит. В этом Homeworld, в третьем, вообще все закрыли. У истребителей вообще окон нету, как будто они, я не знаю... Боты. Дроны. Беспилотники. Может, и дроны, кстати. Гарриер, окон тоже без окон, без дверей просто все. Ну, там какие-то точечки маленькие есть. Даже вот, ну, просто смотреть было интересно, разглядывать. Разные окна разными цветами были подсвечены. Ты видел, как бы, здесь, наверное, капитанский мостик, здесь, наверное, там какие-то жилые отсеки у корабля. Ну, это же все создает все равно какой-то, знаешь, интерес. Лор, тебе есть чем заняться, посмотреть. Здесь ничего нету. Извини, что перебиваю, но вот когда Homeworld Remastered еще не вышел, и были попытки, как же сделать, вот, перенести расы из первого Homeworld во второй, у меня была вот эта идея тайданского мода. И я рассматривал вот эти вот модельки очень плотненько, и там реально в первом Homeworld там лесенки буквально были, вот, двери, да, вот, можно было увидеть на текстурах. Вот, настолько
первый раз Релик заморачивался. Они от того и продуманные эти корабли были в оригиналах. Потому что действительно корабли продумывали. И в конце концов, им банально надо было рисовать схемы внутреннего устройства, чтобы в разделе исследований, да, там отображалось. И установка двигателя там туда-сюда. Они реально думали, как это устроено. Здесь просто, а сейчас модно, как квадраты, там, прямоугольники, да еще и зализаны, чтобы как будто это хэтчбэк. Ну да, я по поводу фрегата того же объяснял, что Кушанский, вот, например, это такая вот булочка там прикрытая. Сверху бронелисты, снизу бронелисты, там посередине что-то такое, не знаю. Или Кигарянский, так тем более, вот черепашка такая буквально. А тут взяли треугольник, повернули его немножко, заэкструдили и сверху там присобачили шестигранную бронеплиту. Нет, в принципе, это выглядит неплохо, на мой взгляд. Но очень такое бруталистское. Это и мегалиты эти бруталистские такие, и сами фрегаты. Да, истребители немножко другие, они скорее как будто тайданские. На скетч в пабе уже модельки Homeworld 3 выложили. Надо качать, Мазер пока не закрыли. Так, ну по поводу дизайна. Мне как-то немного симпатичен этот дизайн. Оно отличается от первой части, второй, да. А в третьей, как бы, ну, ты тоже как бы ожидаешь немного другого. Но хотелось бы разнообразие классов и дизайна кораблей. И мне немного не понравилось, что неправильно Хикс сказал. Как иномарки, все под одну гребенку. Хотелось бы разнообразия вот немного. А именно сам дизайн, он необычный, он немного симпатичный. Тоже соглашусь, да. Просто немножко бы подольше разнообразие, бы посидели, покумекали. Да. Продумали. Конечно. Что тут говорить? Если они изначально другой вообще кэрри хигарцам хотели дать, а потом быстренько поменяли, то есть они вообще как бы не заморачивались. Ну, потому что люди захейтили. Они как увидели, бегом изменили. Можно было, конечно, покумикать немного лучше. Это такое ощущение, вроде взяли истребители хигарские. Да, немножко увеличили, приплюсили. Ну да, да. Странно. Притом, еще дизайн этот у них давно, так сказать, мелькал. Еще даже когда, наверное, Homeworld 3 не было. Ну, стилистика, так сказать, корабль общая уже такая вырисовывалась. Не, вот вырисовывалась такая вот прямая, треугольная такая стилистика. Окей, но немножко разнообразие именно классов делать. Ну, в целом, да, я тоже по дизайну копеек, так сказать, вложил. Мне в целом тоже симпатично, но у Хигар еще ничего. Дизайн, видно, что над ним работали там чуть побольше, но тоже, да, надо дорабатывать. Но вот мне не понравился у противников. Там как-то мало того, что, да, как Андрей любит говорить, много очень прожбанитеровского. Там да. Вообще дизайн просто полностью забили. Полностью одинаковое все. Там прям все одинаковое. Это, то есть, вот, это кстати, мне очень не понравилось. Там фрегаты вообще неотличимы. Там у них сколько? 4 вида фрегатов разных. Uh-huh. Или 5 даже. Ты построил фрегат, ты вообще не можешь отличить. Пока ты там не кликнешь на него, там у тебя не высветится название, ты не поймешь, что там за фрегат, как он там стреляет, там, что там за дестройер. Вылезло, а что оно делает, где у него пушки. Ну, Дестер, да, то есть такой же, как фрегат, но типа в 2 раза больше, там 2-3 фрегата в нем просто слепили и точно так 2-3 дестройера слепили, вот батлкрузер. Я всё. Бы, да, это как бы давал бы этому это абсолютная делать. Вообще халтура, если они так и оставят дизайны, это просто чушь. Я вот сейчас как раз смотрю на нашу игру в инкарнатов. Реально, как будто заглушка иконки для юнитов в Homeworld 2. Модеры знают. Взяли ее, применили на весь флот воплотившихся. И я бы к этому добавил еще такую немножко геймплейную вещь, что зачем-то дали дубликаты. Ты там за артефакты мог разблокировать, допустим, боевой скаут там. Тактическим бомбардировщиком, помимо основного бомбардировщика. Там с фрегатами, то есть есть этот штурмовой фрегат, и есть лучевой фрегат. И они точно так же одинаково выглядят. То есть ты не понимаешь, а в чем разница. Разное только визуальный эффект выстрела. Все. В плане дизайна можно было чуть-чуть придумать. То есть чтобы там ассолт фрегат и ионный фрегат, они отличают. Пускай, да, они оба убивают файтеров, они в этом класс, но они должны как-то хоть чуть-чуть друг от друга отличаться, а не просто банально, что копипаст, все. То есть, как бы, добавили, склонировали корабли, а зачем? Нету разницы ни в дизайне, нету разницы там ни в технической полезности, то есть, ну, просто скопировали корабль, назвали там
чуть по-другому все, и просто флот раздвоился, это просто ненужная путаница. Во всех предыдущих частях ты прям четко видишь по модельке, что да, это такой-то там противник, да, там я делаю то-то, то-то. Вот взять, да, того же Вейгра, там ты прям четко даже среди истребителей ты понимаешь, где разведчик, как выглядит. Ну так, там тоже, конечно, дизайн такой странненький, как такой, как комарик с трубкой, с такой, с носиком. Это довольно смешно, когда первый раз я это увидел. Вот, то есть, как истребитель, он чуть по-другому выглядит. Там те же бомбардировщики, там лэнс-файтеры, ну, они все, знаете, ну, хоть чуть-чуть, но отличаются. То есть, ты видишь, ты понимаешь, что да, он это такой-то, такой-то, такой. По дизайну они не сливаются там в одну кашу, и ты как бы не гадаешь там, а точно я там бомбардировщик построил, там, чтобы Дестер уничтожить, или там я случайно скаутов построил вместо бомбардировщика. Там такого никогда не было. Там то же самое с 4 вида корветов, то же самое с фрегатами. Там фрегатов не так много было, но там один ракетный фрегат чего стоит с его этой выдвижной, задвижной пусковой шахты, это прям мое почтение. Ну, даже у тех же Сантау в катаклизме, у них тоже как бы дизайн был такой довольно простенький, такой квадратненький, такой кубики такие в основном. Но там он тоже, он отличался, ты понимал, что за корабли. Даже мобильная версия, я хоть немного в нее играл, твои корабли, там противники, вот не отличаются, там все понятно. Походу мы уже тут обговорили весь стиль, в целом нравится, но есть дизайнеры, а есть недостаток кодеров. Вот, ладно, давайте тогда к приятному, давайте к музыке и саунд-эффектам. Я скажу, что Павел Русский, он же Полу Раскей, который незаменимый композитор Homeworld серии, включая тот же Homeworld Cataclysm, но не Homeworld Mobile, он написал неплохие треки, по крайней мере те два, которые я вытащил из YouTube, вот, они были прикольные. Ну и в целом в игре, я, конечно, не совсем помню, какая там музяка была, но в целом сам дизайн мне понравился. Может быть, с юнитами не так хорошо было в игре, но тем не менее, вот менюшечки там да, симпатично было. Неплохо. Как вам? Именно к звуковым каким-то эффектам, там, музыки или той же озвучки, да, именно юнитов, пока никаких вопросов. За счет Вайса, которого они там используют, когда вот плавно едут переходы трека, вот, вот довольно неплохо получается. Именно зацепиться чему-то или как-то ухо резануло, вот не было такого. Алекс? Ну, в целом тоже, да, вопрос к музыке конкретно. Озвучка очень понравилась именно вот такое пилотов. Ощущение вроде именно озвучка, именно как со второй части. Мне даже больше понравилось, чем со второй части. То есть она, знаешь, больше приближена даже к первой части. Прям настолько. То есть в катаклизме ну, тоже много было всякой озвучки, но там всякие вот это вот было больше эмоций. А вот именно вот этот вот радиочаттер третьим, они хорошо, прям очень понравилось. По звуковым эффектам я не сильно на самом деле обращал внимание. Они тоже вместе с бэкграундами, они как-то тоже теряются. На самом деле они не прям придают какой-то атмосферы, потому что в предыдущих частях звук прям очень способствовал атмосфере. Не только музыка, а именно вот эти вот, да, радиочаттеры, прям озвучки какие-то, особенно убийства в оригинале. Это просто там сумасшедшее. Играешь, и ты в шоке. Там играешь за биосущность, которая голодная и постоянно хочет жрать, ну, грубо говоря. Там абсолютно бомбовая озвучка, там 1С близко не смогли передать. В третьей части, да, то есть приятный чаттер. Не выдающийся, но приятный, да? Ну, да, ничего неплохое, выдающегося, неплохое. Да, прям нет, но именно вот, да, переговоры пилотов мне понравились больше всего. Да. Я тоже соглашусь с твоими словами. Скажу, что если исходить из демки чисто, я музыку слышал из Homeworld 3, вроде неплохая. Но в демке лично музыка меня вообще не зацепила. Честно, даже не обращал внимания на то, что там играет. Да, кто-то на фоне играет, а так как бы. Надо как бы по поводу тоже все прослушать. По поводу весь альбом. Павлухи, думаю, не разочаруюсь. В любом случае, он красавчик. Павлуха жжет, как обычно. Я поэтому думаю, все четко с его стороны будет. Наверняка как опять турков, египтян, индусов, африканцев привлек с их бубнами и флейтами. Ну и классику обыгрывают по-любому. Да. По поводу переговоров тоже все ништяк. Немножко мне не очень нравятся звуки интерфейса. Но опять-таки не все, только единичные кое-какие мне эффекты не нравятся. Озвучка интерфейса, она такая однородная, но некоторые звуки прям выбиваются своей казуальностью. Это так, да, есть. Тоже я думаю, это мелочь. Не, ну есть, да, какие-то казуальный, всем привычный звук, не всегда уместно, но в целом, да. Ну, по-моему, это не стоит зацикливать на это. Согласен.
Не самое главное. Я комментарии зачитаю Атласа. По поводу музыки, то, что я слышал в прошлой вашей зарубе, какая-то неуловимая часть музыки, на мой вкус, отсутствует. Ну, то есть я много фантастики читал, и классику тоже, как, например, баллада Бетти 2, там тоже параллель космос пустыни, и когда читал, в голове играл первый хомяк. А в ХВ-3 чего-то не хватает. Не могу на данный момент сказать, что именно, но все-таки точно чего-то не хватает. Может, оказуалили что-то, может, я надумываю или выпендриваюсь впустую, но так... Но такое мое мнение. Ну, я соглашусь. Вот я сейчас параллельно, пока стрим идет, я включил музыку из Homeworld Катаклизма. И на фоне этой музыки у меня идет стрим ваш с Туфоксичем по Homeworld 3. И знаешь, это смотрится прям в разы интереснее. Появился дух Homeworld, даже несмотря на то, что это третий Homeworld. Ну, я все равно буду настаивать, что в демке просто не вся музыка. Ну, но скорее всего, да. Пока еще не всю атмосферу просто, да. Пару треков всего используется. Говорят, что нашли кусок саундтрека Homeworld Катаклизм в этой демке. Пол Раски не разочарует, это в любом случае можно не сомневаться. Да, мастерство не пропьешь. В Deserts of Karak саундтрек это был один из топиков, скажем так. То, что было действительно хомолдовским. Конечно, с местной спецификой, но тем не менее. В песках там были неплохие треки. Мне даже больше, чем в Homeworld 2 музыка понравилась. Потому что Homeworld 2 была такая... Мене-мене пролизана, да. Боевая, она сразу же херачит, а тут туда и сюда. Вот как бы спокойненько можно посмотреть. Вот чуть ближе к Homeworld 1. Окей, если мы об этом сошлись приблизительно одном и том же мнении, давайте перейдем... К чему мы хотим вначале перейти? К геймдизайну? Или как оно видится и играется? То есть к UI UX? Ну, давайте как играется. Вы тут больше наиграли. Короче, играется посредственно. Интерфейс говно, это было... игра ничего. Коротко и ясно было, конечно. Окей. Я скажу так, что я кайфанул просто с интерфейсом. Мне очень понравился интерфейс, правда, во втором Homeworld, после третьего. Я просто глоток свободы ощутил. Я прям думаю, все минишки можно свернуть, можно бэкспейс 3 раза тыкнуть, и все, и тебе красота, и ты наблюдаешь красоту. А? Ну, не знаю, ну просто у меня прям нервный тик появляется, когда пытаешься разобраться во всем. Ну да, я вот недавно вот запускал Homeworld Mobile, и я так посмотрел на интерфейс. Ты знаешь, он оказался не так плох. Даже интерфейс Homeworld Mobile оказался не так плох. Все ругают, а он оказался нет. Ну, очень сильно перегружен. Очень сильно. Когда я смотрел просто видео других стримеров, да, ну, складывалось впечатление, ну, может быть, это просто из-за видео, и то, что я сам как бы не попробовал, да. Может, там что-то можно подключать лишнего. А когда вот лично я это попробовал, это, конечно, жуткий перегруз информации. Там оно просто все огромное такое. Да, что-то нельзя отключить именно полностью. Не понравилось вызов сообщений, где вот тебе постоянно там какие-то диалоги выдают. Я не знаю, кто это рисовал, если честно. Интерфейс говно. Согласен. Ну, про интерфейс, да, он что-то совсем, они, конечно, перегрузили все на экране, очень все крупновато, и толком нет возможности действительно все как-то спрятать, там ненужное там убрать. То есть, ну, мне как человеку, который в ремастер и во вторую часть наиграл, мне было относительно несложно привыкнуть к новому интерфейсу, но я хочу сказать, что он не очень дружелюбный, очень большой порог вхождения просто для нового человека, который... Ну, не играл ни в какие Homeworld, в принципе. То есть, ну, недружелюбный немножко мне показалось интерфейс. К нему надо прям привыкать. Хотя, возможно, если человек будет абсолютно новый, может быть, он даже быстрее адаптируется и привыкнет. Так, по-моему, и происходит, судя по Reddit. Да. Наверное, даже как бы для нового это игры человека это плюс. Но для нас, для уже, так сказать, бывалых людей, 20 с лишним лет знакомых с этим всем добром, конечно, не то, что трудно как-то переучиваться, а в принципе интерфейс не должен вызывать такое, что ты должен как-то к нему привыкать, там час-два играть как-то. Да не то, но что привыкать, же, он не должен это же не настолько новый процесс, так сказать. Согласен. Ну вот я то сейчас... в целом, просто... слишком интерфейс, да, перемудрили. Я буду не против, если там будет просто большая игры. Часть этого отключаться. Окей. Да, я тоже. Но я пока этого особо не заметил.
Но на самом деле больше расстроил не интерфейс, а вот эта вот камера, которую я, честно скажу, вот после первого видоса, где Андре с Хиггсом играли, полчаса сидел в настройках, калибровал под себя камеру, потому что если как бы я там запущу эту стандартную современную, какую нам хотят сучить, то я понимаю, что я просто не смогу играть, потому что я не смогу там не фокусироваться на чем-то. Там даже фок, по-моему, даже какой-то другой. Я в чат трансляции вот просто скриншот скинул, да, с выделенной рамкой, так сказать. Это, по сути, вся рабочая область, то, что мы видим в игре. То есть у нас меньше 50%, да, процентов, наверное, 40% всего отводится из всего экрана, да, по-моему, всего четверть. 16 на 9, так, четверть, да, на игру. Все остальное интерфейс. Я сейчас смотрю на видео, и там, с одной стороны, билдинг, потом артефакты эти, тут еще вот юниты внизу, там объективсы все вот эти огромные. Там вот. И там остается реально посередине четверть этого пространства. Ну, то есть, да, как-то интерфейс под стримеров больше сделали, что ли, чтобы где-то ты вебку поместил, где-то ты там чат поместил, там где-то ты окно там. У меня вопрос, а где же они там вебку поместят? Нет, проблем, фишка в том, что вебку-то сам стример не будет видеть. Ну, он ее в ВБС увидит, и все. Будет зона интерфейса, которую он прикроет, но ничего страшного не будет. Да, того, что стример интерфейсом этим воспользуется, так сказать, в своих целях, особо игра не потеряет. То есть там ты не заслонишь какую-то суперважную информацию, можно там как-то придумать, но в целом именно просто для рядового игрока недружелюбно. То есть такого не было ни в первой части, ну, где он там совсем минимизированный был интерфейс, то есть у тебя прям практически все поле — это игра. И... Ну, мне, кстати, было сложно. Я же привык к интерфейсу, как во многих стратегиях, да? А я захожу, тут ничего не вижу. И тут оно все, большая часть на кнопках было. Как да, тоже такое необычный, так сказать, экспириенс у меня был. Не, ну там обучение хорошее, ну, подробное. Ну, потом я оценил это. Минимализм такой. Да, да, что у тебя большое пространство для действий, и это даже в плюсы пошло. А в третьей части, да, он вроде как красивый, современный, все, но для стратегии это какой, это тебе перегруз. Шутер. Нашел другой скриншот, что еще слева вылезает уведомление. У нас вообще получается рабочая область процентов, наверное, 30. Все остальное нагружено интерфейсом, притом он еще и не параллельно расположен, что вообще путает. И вообще, как бы, давно есть правила дизайна, считываемость текста и прочее. Это даже у меня есть инструкции, то есть минимальный размер шрифта, чтобы человек видел на определенное разрешение экрана. Тут этим правилам явно не подчинялись. Текст местами настолько мелкий, что его тяжело глазом уловить. И это получается Full HD, да? Да. Я как бы работаю в сфере как раз-таки креативного маркетинга, да, и у меня есть руководство, как правильно размещать текст, какой размер шрифта выбирать, чтобы человек максимально больше информации впитал за максимально короткий промежуток. Ну, окей, у нас это, допустим, не реклама там или что-то еще, можно и поменьше сделать. Но все равно здесь слишком мелкие объекты, и слишком неправильно расположен интерфейс, есть зоны взаимодействия, да. Я думаю, это все примерно одним правилом подчиняется. Сверху поля рамки, насколько можно выносить интерфейсы, насколько снизу, по бокам. Это давно уже проработанные схемы, механики, отработанные на людях. Вот как-то в предыдущих частях интерфейс подчинялся этим правилам больше, чем в новых. И они, я смотрю, сильно казуалили, очень много повыводили кнопок. Да, это больше от второй части, на самом деле, взяли, там тоже были вот эти сверху кнопки, но они не прям бросались в глаза и не прям царяли обзор. Все согласен, тут еще от вот сам он в комментариях пишет. Много примеров есть, даже та же Ева онлайн, когда на стриме закрывает некоторые части интерфейса. Опять же, обращаясь к Еве, нагрузочный интерфейс может быть и намного больше. Главный функционал этого интерфейса в HV3 он примерно никакой. Они не оказуалили, а деграднули. Да, и, кстати, вопрос еще к сенсору. Он, если честно, он какой-то нечитабельный. Ой, да. Да, о, сенсор просто вообще жесть. Он слишком темный, слишком насыщенные цвета, слишком мало полупрозрачностей. Просто объекты плохо как-то вот читаются, где что, как вообще. Это та же проблема с мегалитами, которых тоже очень много. Это все создает вообще визуальный мусор, визуальную кашу. Кстати, я заметил, да тут же ж мобайл.
Да, там как-то читается оно все прекрасно. Серые мегалиты, там корабли зеленые, ты не перепутаешь ни с чем, оно никак не сливается. Может, они со второй хомки накопировали? Это больше похоже на Desert of Harak. Да. Сенсор очень похож. А, это то, что в третьей? Да. Но только как бы в десертах это не имело принципиального значения, потому что у нас плоскость одна это была. Это был просто прикол такой. Типа есть это и окей. Там вообще и 3D-шная карта так себе нужна была. Давайте я что-нибудь скажу уже. Ну, давай. Ну, давай. Ну, короче, я сейчас сравниваю, на самом деле, то, что сделано в Homeworld 2 и Homeworld 3. И вспоминаю, что было в Homeworld 1. И да, Homeworld 1 был очень такой минималистичный интерфейс. Мы говорим сейчас про GUI. И даже второй Homeworld поначалу был тоже такой достаточно четенько все сделано. В ремастере мне не очень понравилось, но в ремастере можно там все эти окошечки подправить, и оно будет того размера, которого ты хочешь. Можно настроить под себя, да. А здесь... И вот эта огромная кнопка гиперпространства, про которую писали на Reddit или где-то там, то человека, который ее задизайнил, уготовил на отдельное место в аду. Видать, без очков сидел, да. И вот эти вот огромные кнопки, и вот этот локализационные баги, которые закрывают тупо ресурсы. Только русскоязычная локализация так закрывает. Я посмотрел, немец играл, француз играл, там все хорошо. Понятно. Это только именно... Русскоязычная локализация, но это уже к локализаторам. И вот этот вот графический интерфейс, он действительно современный в плохом смысле. То ли мобилки, то ли это вот разделение групп по разные стороны, у меня вызывает четкое ощущение, как будто это делал человек, который играет исключительно на джойстике. Не на палке радости, а на геймпаде. Что у него с одной стороны кнопки, с другой стороны кнопки, он там что-то переключается. Это вот именно скорее мышление такое, знаешь, вот разделить все это. И вот чтобы все такое крупное, знаешь, там на телеке, чтобы было видно как бы издалека. И вот вы говорили за камеру. Поначалу не предлагали, вот типа выбирайте либо современное управление, либо классическое. Но мы вам не рекомендуем классическое. Современный поиграл, я понял, что оно мне дико не нравится. Шутерным управлением я уже встречался в трехмерных стратегиях там в 2000-х годах, там когда были клоны различные. Ну и сейчас тоже некоторые делают эти клоны Homeworld и тоже пытаются Vast внедрить. И мне это не нравится, потому что я в этом смысле считаю, что фокусировка на корабле, как бы на объекте, который есть в космосе, в данном случае в пустом пространстве, это очень простое и прямолинейное, не знаю, дизайн для таких трехмерных вещей. То есть это вот, когда мы про 2D говорим, оно там может двигаться вот в 4 направления, там нету большой проблемы с тем, как нацелиться. А вот когда у тебя трехмерное с 6 степенями свободы, то там вот это вот васт, оно ты становишься отдельным объектом, и из-за этого тебе нужно управлять не только юнитами, а еще вот этой камерой, чтобы ее поставить, чтобы она красиво стояла. Вот, и поэтому я очень скептически отношусь к ВАЗДу. Хотя в Homeworld 2 внедрили вот эти ездения камеры туда-сюда. Это было нормально, я вполне себе использовал эту свободную камеру. Ну, если бы они еще добавили на QE вверх-вниз, то это было бы то же самое, что в Homeworld 3. Но у меня есть такое ощущение, что они начали... использовать анриловский редактор. И потом, опаньки, мы не успеваем, как бы, а давайте будем использовать то, что сделано там. И, собственно, получился такой вот где-то вот полу-анрил эдитор камера. Вот. Думаешь, что это модно. Да, и такая, а давайте как маркетологи, вот как заставить людей перейти на это? Вот? Давайте скажем, что это современный стиль управления. Я, знаешь, когда переключался вот на этот классический обратно, я думал, что это будет действительно классический, как Homeworld 2. Ни хрена, это практически то же самое, только там чуть-чуть немножко отключены какие-то степени свободы. Все не говорят классический, то давайте уже классический. Да, я разницы, кстати, особо не заметил. Я не понял, почему они начали менять иконки кораблей. То есть вот, когда инфографика вот эта вот идет на тактической карте. Допустим, истребители треугольничками. Раньше фрегаты были ромбиками. А здесь почему-то все начали менять. Ромбики на какие-то артефакты. Фрегаты стали шестью
охранничками, и зачем, вот как бы, оно же работало до этого нормально. Конечно. Нахрена вот это вот, что вы выдумываете велосипед? И что касается того же управления, они опять начали выдумывать велосипед. Вместо того, чтобы вот классическое удержать и выделить юнитов, кликни на клавишу, а потом выделяй юнитов. Такая мелочь, но она так сбивает, я не знаю, где вообще такое используют. То есть, и оно такое неоднородное. На Ctrl, например, ты зажимаешь и выделил. А вот чтобы зажать гард, тебе нужно отжать один раз R, а потом выделить все остальное. Почему такая разница, непонятно. User experience неоднородный. В одном случае тебе нужно по одному шаблону действовать, в другом по другому шаблону действовать. И это некачественная работа просто. Там, кстати, даже иконок некоторых не хватает, как, например, другой часть. Когда при зажатии Alt ты хочешь камеру прикрепить, раньше появлялся такой глазик. Вот, да, да, да. Что ты конкретно знаешь, сейчас эта функция сработает, сейчас ты это... Да, вот что ты нажал. Да. Сработает, что ты нажал, куда ты наводишь, непонятно. Ну, то есть они убрали эту иконку. Вопрос, зачем? Также не понимаю, зачем ты зажимаешь правую кнопку ПКМ, и у тебя двигается камера. Если не зажимаешь ПКМ, ты можешь там выделять юнитов и так далее. И в том числе вот эти вот васты управления. Как бы есть в этом логика, что ты дважды используешь одни и те же кнопки. Зажал какую-то кнопку, и у тебя поменялся функционал клавиши. Скудость клавиш, которые тебе доступны, это скудость джойстика. Раньше же было G — это Guard, H — Harvest, Ctrl-A — атакуешь. А тут все на одни и те же кнопки навесили. И если бы они использовали этот VAST, я не понимаю, а в чем проблема его не навешивать на ПКМ? То есть, почему нельзя одновременно управлять и ездить? Вот, как бы, я опытный шутерофил, для меня не проблема вот туда-сюда управлять камерой. Вот, вверх, вниз, там, не знаю, то же самое. Просто используйте другие кнопки для того, чтобы включать Special или ту же Guard и так далее. Просто я не понимаю, зачем на каждый Special свою кнопку делать? Ну, я понимаю, если ты кучу кораблей выбрал там, да, на какой-то определенный спешл применить. Ну, можно было бы как-то, я не знаю, задать другие менее популярные клавиши. Если у вас больше нечего сказать про GUI UI UX, то давайте переходить на геймдизайн. Какой GUI? Вот такой вот GUI, который положили на Humble 3. Да, мне, в принципе, особо нечего сказать. Мы технические вопросы так затронули. Будем надеяться, что все это ранняя сборка, которая должна была через месяц выйти уже. Ну, как-то очень халтурная ранняя сборка. Это не тянет на демо-версию, это тянет на альфа какой-то версии. У нас еще секция лора, кстати говоря, что мы еще не, мы еще не заканчиваем, да? Ну, лор там может быть не так уж много, но тем не менее. Давайте. Ну, вот, да, еще непонятно. Лор — это тот, кто горло смотрит, да? Да-да-да. Это сама основа. Ладно, давайте тогда говорить про геймплей, геймдизайн, чего там. Как вы видите все это? Алекс, давай. Ты там, у тебя мысли цельные были сформулированы. Ну да, я сейчас прям коротко тезис. Первое, что мне вот бросилось в глаза, именно как вот первый раз вот мы играли втроем, я, Хикс и Андре, то, что нет дипломатии. Банально. То есть ты не можешь, ни ты, ни тебе не могут передать ни корабли, ни ресурсы. То есть, допустим, кто-то там много насобирал ресурсов, один там у него все хорошо, там лимиты флотов забиты, все уже как бы строиться некуда. Допустим, твой союзник потерял эти ресурс-контроллеры, которые тоже довольно, кстати, спорное решение, но допустим. То есть и у тебя нет возможности ему никак помочь. То есть ты не можешь ему ни своих ресурс-контроллеров отдать, которые там, ну, на какой-то там период времени тебе, по сути, не нужны. То есть и ты не можешь ему ни как свои корабли передать, ни как ресурсами банально помочь, чтобы он там, дать ему там те же 500 там рублей, чтобы он банально себе ресурс-контроллер построил и все, и мог уже сам раскачать экономику. Все-таки экономика, она довольно простая в Homeworld, это мне всегда нравилось, что нету какого-то такого передоза ресурсов, то есть нету там всяких разных там валют, которые нужно как-то там по-другому добывать, но я не беру сейчас мобайл-версию. То есть и в этом плане он привлекал. То есть ты быстренько и легко ставишь экономику, там сборщики, там контроллеры к ним, все, и дальше ты уже там развиваешься уже конкретно во флот. И здесь вот не хватило дипломатии. То есть ее прям, ну не то, что не хватило, ее нет. И это очень странно, что ее нету в кооперативном режиме. А смысл тогда? Тогда ты можешь точно так же в соло поиграть без дипломатии. Второй момент, что мне не понравилось, это вот
артефакты, в принципе, сама механика артефактов. То есть они как-то... Ну, понятно, что это роглайт-система, что там один из трех, ты выбираешь, там случайно что-то выпало. Но то, что они урезали, в принципе, систему исследований нормальную, там, систему апгрейдов, то есть они как-то приравняли именно больше Deserts of Karak. То есть то, что у тебя там в одном этом окошке, там ты все делаешь как бы сразу, исследуешь, и строишь, все это одновременно, как-то, не знаю, мне не очень это понравилось. Сами артефакты, сами апгрейды какие-то, они довольно, ну, глупые. Как бы ты можешь там сделать там из своего авианосца там туранский авианосец едва ли, который там будет просто влетать там и кучу там мелочи просто в соло раскидывать. Но тем самым ты урезаешь себе именно лимиты строительства. То есть ты мог там 20 фрегатов построить, а вот берешь вот этот вот артефакт на боевой авианосец, и ты уже строишь там на 5 меньше истребителей, на 5 меньше корветов. У тебя вся идет ставка, пробивной кэрриер, все там а-ля World Cataclysm. Я считаю, что они должны остаться исключительно вот в этом кооп-режиме Wargames. Потому что если будет компания с ними завязана, мультиплеер, вообще трудно представлять себе, как в мультиплеере это будет завязано, то это будет как-то очень грустно и очень странно. То есть у тебя нету ни ресерча. Я буду надеяться, что это просто как отдельный режим. Да, я тоже очень надеюсь, что это именно фишка кооп-режима и не более того. Упрощение. Еще один момент мне не понравился. Это вот эти вот спецспособности у каждого корабля. То, что ты там прожимаешь клавишу, там кто-то что-то может делать. Тоже довольно странно. И зачем, допустим, тем же бомберам инвиз, там не истребителям, там не разведчикам, которые, по идее, должны открывать тебе карту. Зачем-то бомберам дали инвиз. Ты вышел там из инвиза, пульнул ракетами, типа, и пытаешься уйти. Я пробовал это проворачивать, но почему-то, когда ты хочешь уже ран сделать и спрятаться в инвиз, у тебя инвиз уже не работает. У него, видимо, есть свой кулдаун скрытый. То есть тебя заметили, все, смысла в этом как бы нет. То есть маскировка есть, но пользоваться ей именно в тактике хит-н-ран ты не сможешь. Ты просто раскроешься, бомбанешь, там тебе расстреляют этих бомберов, все, как бы до свидания. Зачем вот этот ракетный залп дестройера тоже не очень понял. У него там тоже своя кинетика есть, по-моему, даже ионки. Зачем ему способность миссил дестройера дали с первой части? Где там у него ракета все-таки основное и единственное оружие, тут как дополнение. Но это все равно, что вейговскому батлкрузеру бы дали. Не 8 ракет из пусковой шахты, а так 20. Но это был бы полный бред. Ты просто этими 20 ракетами полфлота бы крупного бы сносил и все. Зато как выглядит. Выглядело бы эпично, но абсолютно ломало бы весь баланс, всю механику игры в принципе. В целом навыки, они тебя отводят уже от стороны там тактики, какой-то стратегии, там, допустим, как-то что-то выманить противника или наоборот там не подставляться под него. То есть здесь просто как бы вы столкнулись стенка на стенку, и дальше уже работает у кого лучше АПМ, кто там побыстрее все эти навыки заранее прожал, кто там быстрее среагировал там в каком-то микромоменте, тот молодец. Там, кто там, допустим, и кто быстрее ресурсы свистнул. Ну, ресурсы свистнул, это не совсем то. Там ресурсы как бы у всех плюс-минус одинаково будут поставлены. Ну, я на этом, кстати, тактику строил. Возможно. Но именно вот эти вот активные способности, как они реализованы в третьем Homeworld, они убивают тактическую составляющую. Вот если сравнивать со второй частью... Ну, там нет, там, по-моему, там, таких... Нет, почему? Там есть, у разведчика есть EMP-залп. Фрегаты защитного поля активируют защитное поле. Не, ну там поле. Это все как бы, ну, заранее продумано. Да, но это как отдельный класс. Да, ну да, это как-то продумано, и это именно идет как функционал в основной. Ну да, все-таки. Это то же не как копилка, которую ты цепляешь именно, ну, к разным судам. Ну да, да, здесь именно, общий. Ну и здесь тоже они привязаны, но непонятно. С фрегатами идея более-менее понятна, что да, там, ассолт фрегат, это как бы фрегат первой линии, он типа врывается в бой, ему нужно там подольше подержаться, поэтому он включает этот щит себе поляризированный. То же самое там с ионным фрегатом, он наоборот стреляет издалека, там, и как-то делает это мощно. Но я, кстати, не понял, как это активировать. И, в принципе, вот эти все активные способности, они как-то через раз у меня активировались, потому что не пользовался этими хоткеями на их активацию.
То есть я просто прожимал, нацеливал, и как-то то работало, то нет. То есть работал вот этот щит, маскировка, да, там, а вот все остальное я особо не распробовал, честно. У истребителей вот этот повышенный урон. Но это убивает тактику, это убивает вот это пространственное какое-то мышление, как-то какое-то стратегическое. То есть все упирается в ВПМ. То есть кто там быстрее прожал навык, тот как бы и выиграл бой. Но это глупость какая-то. В компании в мультиплеере этого быть не должно вообще. То есть либо это привязывать, как во второй части, конкретно к юниту. То есть ты делаешь разведчика, да, он может там кинуть EMP импульс с исследованием соответствующим. То же самое там с бомбардировщиками, как они хорошо сделали, что есть механика подсистем, а есть механика специальных бомб, которые эти подсистемы на раз-два ломают. Это было прям хорошо продумано. А здесь как-то, ну, навыки есть, как бы, и не все они нужны, не все они полезны. Попахивает мобой. Да, как попахивает мобой, я согласен. То есть какой-то, знаешь, Диабло. То есть ты в Диабло пришел чистить карту и навыки понажимал, обилок, все, плот весь уничтожен, противник, все, ты молодец. То ну вот товарищ Атлас верно подметил, на мой взгляд, в комментарии. Он пишет, что если сравнить с Homeworld Mobile, то обилки позволяют тащить следующий тир, причем тащить на грани фола. Ты получаешь какой-то момент до макса, поставимый со следующим тиром, но продолжаешь проигрывать по здоровью и броне. То есть обилки нужны для преодоления каких-то игровых моментов, например, при переходе на следующий тир. А в ХВ-3 нет объективной причины для наличия обилок. Ну или нам пока эти причины не показались. Или она была задумана, но не реализована. Да, я согласен, кстати. Хороший фантастический. И там, кстати, там нету какой-то такой сильной имбы. Именно вот поражал там те же ядерные ракеты, да? Оно как бы, да, ну видно, что оно сильнее выносит врага, но не настолько прямо, что... Да, и обилки-то там только у авианосцев. И то, если ты поставишь правильные пушки и правильного офицера. Это, кстати говоря, опять же, стратегический момент. Ты должен продумать, какие пушки ты ставишь, поставить их и поставить офицера правильно, чтобы использовать и вообще думать, какие ты будешь использовать. И в какой момент. А здесь просто эти способности есть и все. Ну, как бы. Кого, да, самые быстрые пальцы, да, на Диком Западе. Следующий тезис, это вот доп. Корабли я частично упоминал, когда мы дизайн там разбирали, точнее, кораблей. Вот я упоминал этот момент, то, что просто есть дубликат. Это есть просто разведчик, и зачем-то открывается за артефакт, за отдельный. То есть, грубо говоря, ты тратишь там слот этого артефакта, чтобы просто открыть, ну, точно такого же разведчика. Ну, только там чуть более, да, там, с мощной пушкой. Зачем? Как бы то же самое с бомбардировщиком. То есть он будет там не ракетой пуляться, а плазмой пуляться. И зачем? Вот. Но по сути бомбардировщики не отличаются. Вот Assault фрегат и вот этот лучевой фрегат хигарский, они тоже не отличаются внешне. То есть это просто захламляет тебе ростер твоих кораблей. А вопрос, а зачем они объединили вот это в одну систему ресурс-контроллер и коллектора? Это очень хороший вопрос, да. Это механика, по сути, из катаклизма взяли механику, как были хайф-фрегаты. То есть ты там правой кнопкой там нацеливаешь на противник, фрегат там чуть подходит на расстояние атаки, вылетают боевики, начинают там вокруг него кружиться, стрелять по нему. И здесь вот то же самое. То есть только там вместо противника ты нацеливаешь там на астероиды, там на какие-то контейнеры, в общем. Да, но тут получается, что их выносят, а коллектор остается, как бы, и он бесполезен. Но это странно. Ну и они потом сами как-то взрываются, наверное, видимо, эти коллекторы. Ну, Вася, нет, батю убили, я выбил. Роевики, они сразу взрывались, если сказать, фрегат носители, ну, да, убивали, там сразу роевики уничтожили. Там это имело смысл, а здесь это, мне кажется, наоборот, это странно, это смотрелось. Меньше дает практических возможностей. Дико, да. И вообще меня убивает то, что нету оружия у, так сказать, простых единиц. Мы в открытом опасном космосе, у всех всегда были какие-то пушечки, да, и можно было как-то кайтить, допустим, ресурс контроллером в первом, во втором. Помните, допустим, если отряд истребителей налетает, в принципе, один ресурс-коллектор мог как-то с горем пополам справиться с одним отрядом, да. Здесь все это, если один налетел отряд, он его задрочит до смерти, и все на этом. И вообще не можешь, так сказать, расслабиться. И просто все вынесли опять-таки, и ты
остался без ничего и без денег, и все. Какие-то тактические возможности были у ресурс-коллекторов во втором хомяке в любом случае. И у коллекторов тоже. А, у коллекторов, вот. Конечно, элементарно на разведку можно было отправить. Где... А, ну в этом смысле. Ну да, это же все равно как бы дает простор для тактики. Не, ну ладно, если бы они объединили, как бы, да, окей, ну дали бы возможность пополнять их. А так, получается, да. Их уничтожили, и просто все, ему бесполезен. И что с ним делать? Разобрать, уничтожить. Вот, это, кстати, следующий пункт про разобрать. Вот нет возможности не взорвать свои корабли, просто нету кнопки. Ну, я там это тоже увидел, и это как-то... Забыли впихнуть функции, ну, которые странно, были во всех трех частях. Самые смешные. Меня тоже... Они что, на удивление, ремастеры дополнили фишечками первого Homeworld, да, типа там суицид и прочее, прочее. А тут наоборот, упростили. Под мобильного. Да, у меня такое ощущение, что они слишком далеко откатились, промахнулись мимо второго Кати на первого самого. Ну, получается так, да, именно по механикам, получается хуже даже первой. В первой части что же были вот способности такие активные, то есть они были довольно скрытые, там нужно было знать, как это активировать, но тем не менее, то есть там те же тяжелые корветы могли залп сделать разрывной, и Missile Destroyer тоже мог сразу там все ракеты понавыпускать тоже залпом. То есть того же ракетного корвета этих туранцев тоже там этот был залп такой читерный, конечно, достаточно. Но тем не менее. Короче, Homeworld 1 и 2 это были более классические стратегии в классическом понимании, с классическими элементами. Uh-huh. Можно выделиться, уничтожить, продать, послать на разведку раба там и прочее-прочее. То есть, ну, потому что реально время разработки было, я тебе скажу, там, считай, пару лет прошло. Там вся классика стратегии, там, StarCraft, WarCraft. Они плюс-минус одинаковые были, да. Ну, это как бы реально оправдывает то, что это действительно первая стратегия, именно космическая 3D-стратегия. А сейчас это космический 3D-дизайн. Там же еще были эти потом Dawn of War, второй, он другой, конечно. Но, тем не менее, это тоже офигенная стратегия. И Company of Heroes от тех же реликов, Rob C, там же работал еще в то время. Куда все это делать, черт побери? Дуло. Ветрами. Уже людей просто тех нет. Мне еще эти не понравились. Рельсовые корветы оказался абсолютно бесполезен. Юнит, к сожалению. То есть мало того, что это вообще единственный корвет у Хейгары, в принципе, как бы я понимаю, что да, Хейгары изначально там не блещет разнообразием корветов, то есть второй Homeworld, это ганшип и пульсар. Здесь просто решили урезать, ну зачем ганшип, мы просто там сделаем не пульсар, но чуть покруче, чем пульсар. По мощности, но по факту, то есть они сделали как пульсарный корвет, но они сделали его как дефендера из первого Homeworld, то есть абсолютно не маневренного, а такого дохленького, слабенького, но извините, да еще и косого. Да, еще и он промахивается довольно часто, но извините, дефендер, у него какой-то маневр уклонения все-таки был в первой части, в катаклизме уже эти убрали все маневры уклонения, то есть они были такие статичные. Все-таки там он тащил тем, чтобы он мог как-то там двигаться туда-сюда и постреливать. А этот просто стоит, и даже вот я к нему прицеплял пару саппорт-фрегатов, они еле-еле выживали. То есть там против фрегатов в прямом столкновении все равно они умирали. То есть у них нет ни брони, ни урона, ни дистанции, ни точности, ничего нет. Только хорошая активная способность на тройной выстрел, и все. И то она работает через раз, и то она такая себе. То есть, опять же, это на АПМ. А АПМ, он не важен. World, на самом деле. То есть это такая более-менее все-таки спокойная игра, она не настолько динамичная, как там Desert of Karak или какая-нибудь еще наземная стратегия, тот же Dawn of War. Там все-таки больше на АПМ упор, больше на реакцию, ну и на продумывание каких-то моментов. Здесь все-таки более размеренная, более спокойная игра, что ли. То, что я то видел... То есть нету какой-то дерганности, нет какого-то нервяка и не должно его быть вообще. В принципе, вот в эти режимы, которые вы играли, да, тут угу. Довольно такие быстрые бои были. Да, бои что быстрые. Очень странно, если честно. Да, это еще это вот тоже тезис, то, что очень убыстрили, даже быстрее, чем во втором Homeworld стала игра протекать. Как бы... А летать зато дольше стало. Дальше. Да, летать стало дольше, но игра сама, да, протекать стала быстрее. То есть крупные корабли, мощные пушки, все идет как-то скоротечно. Ну, там, поэтому я буду мало. Надеяться. Я думаю, это тоже больше именно фишка режима. Тебя поместили в условия, тебе нужно быстренько там что-то сделать, из них выбраться и полететь дальше. Другие условия. Я любитель довольно спокойной игры, никуда не спеша. Ну, просто мультиплеер
все-таки он более размеренный, но там есть определенные фазы. То есть там фаза, ты там на истребителях сначала воюешь, потом уже там истребители не так сильно решают, ты переходишь на фрегат. А это даже там... логично, если вы хотите показать такие масштабы, то о спешке уже речи не должно быть такой. Конечно, да. То есть и в принципе Homeworld не то, что ты зацикливаешься на каком-то одном классе кораблей, там делаешь только его и больше ничего. Ты там хочешь там только бомбардировщиков и все. Нет, тебе эти бомбардировщики законтрят, и ты проиграешь. То есть тебе нужно уметь сочетать флот. Допустим, ты сделал бомбардировщиков, но ты им сделал еще и прикрытие. От этого ты играешь, то есть именно от взаимодействия, весь флит композишн. Тебе нужно строить едва ли не все классы кораблей, но тебе нужно именно там в порядке твоего билда, в порядке там, что противник делает, под это тоже адаптироваться и контрить. То есть Homeworld это не игра, то что там ты настроил там батлкрузеров и все, всех снес, ты молодец. Нет. Даже те же твои там 2-3 батлкрузера можно спокойно законтрить там кучу ионных ракетных фрегатов, как бы, и все. Во второй части можно было модули выносить. А если еще там и бомберы помогут, снимут те ионки, ракетные шахты, так вообще легкая мишень, добыча. Да, здесь как бы непонятно. То есть, ну, вылетит ну, у тебя решили... там эти 3 батлкрузера, да. Ну, накинешь ты туда этих бомбардировщиков. Может, даже батл один снесут. Там. Но все равно ты этих бомбардировщиков с прикрытия потеряешь. Поэтому, не знаю, ты вроде комбинируешь флот, там чуть-чуть истребителей, там чуть-чуть фрегатов. У Хигары больше именно упор на фрегаты. У них больше инструментов контроля именно через фрегат. А вот у Инкарнатов там больше через корветы и через фрегат. Там довольно слабенькие файтеры, как бы довольно хорошие корветы интересные и довольно разнообразные фрегаты. Почему-то фрегаты гатное дерево оказалось примерно такое же по разнообразию, как и у хигарцев. То есть, я так понимаю, это будет больше история фрегатная у этой игры. Основной ударной единицей флота будут именно фрегаты. Ни дестройеры, ни батлы. С первой минуты игры ты батл не сможешь строить, естественно. До фрегатов относительно, я думаю, быстро можно будет дойти и ими играть. Но, в целом, примерно такие у меня мнения именно по геймплею. Очень много еще, что надо дорабатывать. Ей нужен не релиз, а нужен именно ранний доступ очень сильно. 13 мая, чтобы они ранний доступ выпустили. Ну, на год, на полтора. Год на полтора. Они обанкротятся раньше. Тут сейчас 3 варианта. Либо они делают ранний доступ, понимая, что там, за 3 месяца они толком ни хрена не сделали. То есть, ну, кроме там основных моментов, перегруженный интерфейс, неудобная камера, вот это вот все. То есть они исправляют по-быстрому вот эти моменты и выкатывают релиз. Либо выкатывают релиз, вот вам компания, вот вам игра, как бы, пожалуйста, играйте на здоровье. И это самый плохой вариант. Хотя, нет, не самый. Самый плохой вариант, это если они будут переносить. То есть, как бы, скажут нет, как бы, мы нифига не справились там за 3 месяца, мы там переносим релиз, не знаю, на август, на сентябрь. И эти могут быть просто бесконечные переносы. И, по сути, либо игра просто не выйдет, уже абсолютно весь интерес потеряется у всех, потому что, ну, сколько можно эти переносы. Сколько можно. Недельку что-то там нам дали пощупать вот этот вот War Games и все. Либо она выйдет, но выйдет как вышел ремастер. То есть будет сырой, недоработанный. Кстати, да, и это может быть как с ремастером быть, кстати. И ее все равно там пару лет придется комьюнити игроками допиливать. Потому что я думаю, Пандора, ты знаешь, что вот есть вот это Players Patch 2.3, да. Он делался как раз вот большинство игроками, ветеранами со второго Homeworld, с первого Homeworld, да, кто там мультиплеер играл. То есть я там многих просто знаю. Вот там, по-моему, даже был патч именно чистый гербоксовский, который не вышел, в бете остался. Было и такое. То есть, по сути, ремастер доработали игроки, по факту. Я лично подозреваю, что могут именно по пути как ремастер. Это будет выпустить, очень плохо. Если выпустить как есть, будет. Именно, вот, да, вот компания там, допустим, будет закончена, а вот мультиплеер будет вот такой вот сырой, который будут дорабатывать. Ну, кстати, может такое случиться, что может еще второй запуск демки. Да? Повторно. Будет, допустим, так, компания там на 1, 2, 3 миссии. Вполне возможно, да. Да. Это современная тенденция, когда игроки становятся бета-тестеры. Тенденция. То есть, не, ну тогда уж лучше выпустить ранний доступ. Наоборот, лучше дать хотя бы там вот в сыром, там в текущем варианте. Зато послушать фидбэк от всех, кто будет в это играть. И уже дальше понимать, в какую сторону двигаться. Но это будет чисто мультиплеерная версия, скорее всего. Нет, так не работает. Early Access это для индюшатина. Они работают с жиробаксами. А жиробаксы это такая компания, которая
потрохами продала Alliance Colonial Marines, фиг знает, они те еще эффективные менеджеры. То есть, скорее всего, будет делать так, они выпустят ее как есть к маю, посмотрят, какой успех у этой игры будет. Если будет успех, то они, соответственно, будут вкладываться. А если нет, то и хуй забьют, как, не знаю, Dawn of War 3, например. Я тоже сомневаюсь, что будет ранний доступ. Да, пару патчей выпустят, чтобы там ничего критичного не было, и все. Ну да, патч первого дня, да, так называемый. Да, вот. Что меня смущает во всех этих юнитах, то что, ну, во-первых, это джойстиковое управление, о котором мы уже заметили, оно подразумевает, что, ну, человек с джойстиком, он будет меньше затаскивать юнитов в секунду, нежели человек с полноценной клавиатурой и мышкой. Это просто факт. Есть, конечно, охуенные игроки с геймпадами, которые могут чудеса творить, но мало. Но это преимущественно зумеры, а мы миллениалы. Ну, странно, как бы. Для консоли вроде значится это. Ну, не значит и не значится, но... Гейм-дизайнеры сами могут играть так. То есть, да. О, нашел это. Там Steam Deck был. Все это объясняет, что за херня. Нет, ну это объясняется с хорошей оптимизацией. Это, скорее всего, сами игроки уже начали запускать. Джойстик, как товарищ Атлас заметил, все-таки присутствует, да. Как товарищ Атлас подметил, спешл это для геймпадов. Хороший вопрос. Геймдизайн. Как мы управляем юнитами? В данном случае... Гейм-дизайнер видел, что мы будем выделять только один тип кораблей и потом его активировать. Не то, что мы будем управлять какими-то пачками флотов. И то, что у нас нету таких вот формаций, как у World 2, скорее всего, и говорит о том, что у нас будет такой микроменеджмент. То есть гейм-дизайн игры уже закладывается таким главными людьми этой BBI. То есть вот этими людьми, которые сделали... Desert of Karak, и который вот сейчас занимается Homeworld 3. И что еще мне кажется, что в конце концов Homeworld 3, он будет таким более Desert of Karak-ным, более мобным. И это не поправит за вот эти 3 месяца. Скорее всего, это уже то, что они придумали, и то, что они будут тащить до конца. Ну, это уже все, да, база. Это скорее уже проблема модеров будет. Проблемы шерифа индейцев не волнуют, да? Проблемы индейцев шерифа не волнуют. И тем более, что у BBI смена парадигмы геймдизайна потребует гораздо большего момента. А у них там проблемы, чтобы тупо закончить эту игру. Если у них с движком траблы, если у них с гуем траблы, и это в первую очередь они будут фиксить. Они будут еще заканчивать кампанию, скорее всего. И, по-моему, они в Wargames тоже выкатили как кооперативную вот эту херь. Потому что у них нету нормального мультиплеера скирмишного. То есть у них вот есть вот это вот, как замена мультиплеера обычного. Я не думаю, что это будет замена. Это будет очень печально, если они так задумают. У них будет приоритет кампания в качестве мультиплеера Wargames. Мультиплеер скирмишевский или, ну, классический мультиплеер в последнюю очередь будет доделано, а следовательно, там будут огромные проблемы с балансом. Да, с балансом точно проблемы будут. Или это будет микроменеджная хрень. Вот. Я, по крайней мере, такие проблемы сейчас вижу у этого геймдизайна. Это мне уже самому страшно, то, что я говорю. Это просто, знаешь, вот как одно за другое цепляется, и я такой ёкарный баба, а ведь так вот получается. Ты хотел сказать не геймдизайнера, а гения дизайнера, да? Гей-дизайнеры, да. Ну, это тоже правда. Наверное, Канада все-таки. Кстати, вот я сейчас в обучении смотрел, там же нам минера давали, минофрегат, но мы им так и не воспользовались ни разу. Это к этому фрегату у меня отдельные вопросы. Зачем 3 типа минирования? Квадрат, круг и плоскость. Ну, понятно, плоскость и квадрат там могут иметь какое-то значение. Но квадрат и круг в таких масштабах какое-то имеет значение. Так, мысли в 3D. Ну, все равно как бы, ну, ты поставишь 5 кружочков рядом из мин, да? Или 5 квадратов рядом из мин. Ну, кстати, проще поставить плоскость тогда сразу из мин. Ну, конечно, да. Стенку ставить. Подожди, там же еще в демке был этот платформа, которую ставили на метеорит этот. И тоже вот эта часть геймплея не открыта. Могли бы показать уже, ё-моё. Ладно, давайте про лор можешь тогда уже закругляться.
Лор, как сказал Атлас, это не тот, кто занимается горлом. Горлом занимается отоларинголог. Короче, что я ожидаю от Homeworld 3? Ну, у меня надежды только одни. Это, надеюсь, сюжет будет не таким посредственным, каким он сейчас видится в рамках того, что мы видели. А мы видели некоторое дерьмо. Да, особенно благодаря Pandora Zero. Он очень много интересного показал, за что ему отдельное спасибо. Ну, надеюсь, история и ресурсы, которые мы потом расковыряем из этой игры, это все, что я хочу. На остальное у меня, к сожалению, надежда немножко пока не оправдывается. Дальше будет да, видно. Да, просто вырисовывается какая-то просто банальная история. Нет, ну давай я расскажу о том, что совершенно точно увидели. Так, такое ощущение, что ролик с предысторией делали реально другие люди, которые вообще не разбираются и, собственно, увидели в основном и нарисовали красиво, более-менее. Не зря сейчас говорят о том, что BBI увольняет людей, потому что они не могут оплатить сторонние работы. Хотя тоже в некоторых местах очень по-дешмански нарисовано. Ну, как-то комиксы, да, нарисовали. Да, комиксы. И мне больше всего нравятся вот эти вот эйданские пробки, которые... В боевом построении стреляют. По Харуку и сжигает его нахрен. Да, вообще... Да. Извините, на секунду прерву. Попахивает чем-то нехорошим. Просто параллельно, пока ты говоришь, включил ролик предысторию своего канала, и мне сейчас в глаза бросилось то, что они в этом ролике используют самые дешевые сгенерированные эффекты из пака RTFX-генератор, с которым я часто работаю. Ну это реально, что ли, аутсорсером каким-то заказали сделать? Это самый общедоступный пак эффектов, который заюзан просто до мозга костей. Так, слушай, не расстраивай. Да, ну вот опять же, говорит о том, что Blackbird Interactive не делает AAA продукт. Она делает, скорее всего, второй Homeworld Deserts of Kerak. Там это будет индюшатина с внешним блеском. AA, допустим. Да. Вот. А, в общем, что мне не понравилось? Даже если это ролик, который сторонняя компания, текста ей должны были кто-то писать. То, что там опять вот эта проблема с 3000 лет или 4000 лет между их знанием. Это проблема, кстати, самый первый Homeworld внес, потому что в бэкстори там написано было, что этот путеводный камень. Он 3000 лет давности. Потом Homeworld Cataclysm подтвердили тоже бэкстори, что там 3000 лет назад там нам сигнали, мы вернули все дела. Но в первом Homeworld, когда допрашивали тайданского офицера в катсцене, там говорилось о том, что они нарушили какой-то договор 4000-летней давности. И эту проблему до сих пор не решили. Создатели этого Homeworld Тора, они предпочитают прыгать по векам, а может даже и тысячелетиям, там хрен его знает, может она там в черную дыру, это и Магентка Саджет попадет, год у нее там 1000 лет обратно. И они предпочитают убежать куда-нибудь вперед, создать новую историю, нежели попробовать как-то скрепить все вместе. Там, за них все это делают какие-то другие люди. Это опять же говорит о том, насколько может быть этот Роб Каннингем и визуальный отец Homeworld вместе с Аароном Камбейтсом, но такой ощущение, что они, кроме визуальной части, ни о чем не думают. То есть, опять же, дизайнеры, не кодеры. Вот что меня пугает. И это в Homeworld Deserts of Kerak такая же херня была с лором, где они там просто вот в сюжете дыр наделали, слишком осовременили вот эти вот машины, на которых они ездили. Вот. Да, там больше фан-сервиса, чем лора. Да, больше фан-сервиса, но тем не менее официальная часть лор. Если говорить о серии Homeworld как о Star Wars, то оригинальный Homeworld это оригинальная трилогия Star Wars. А Homeworld Cataclysm это как приквел. Есть разное мнение о них, но тем не менее все уже более-менее претерпелись, нормально. А вот Homeworld 2, Homeworld Dog и вот сейчас Homeworld 3 скорее всего будет, это уже как Star Wars сиквелы, которые Disney делает. Да, если продолжать сравнение со Star Wars, то Homeworld Mobile это как Mondoverse. Ну, а по лору там что у нас? Если говорить из того, что мы узнали, если не говорить, не придираться к тому, что там было, то, собственно, мы узнали о том, что Карен Саджет на Кар Саджуке улетела исследовать аномалию, а потом через 20 лет, в 215 году после прилета на Хигару, ее протеже и магентка Саджет на копии того Кар Саджука на Кар Кушане отправилась исследовать ту же самую аномалию. Причем на Карсаджуке была пушка, а на Каркушане уже нет. При том, что первая экспедиция пропала, а вторая экспедиция гораздо более легкая вооруженная. Потому что у кого-то есть яйца, а у кого-то нет. Логично, да. Нам их надо будет обрести. Хорошо. Если имагентка это молодая девушка, которая была протеже Карана, она пропала 20 лет назад. Сколько лет имагентке? То есть, если она серьезный ученый, она не могла быть протеже этой Карана в 20 лет. Ну, допустим, в 30 лет.
лет. То есть на момент КВ-3 имагентке уже 50 лет, где-то так? Ну, она молодая, он в соку. Ну, мы мерим человеческими мерками, это же инопланетяне все-таки. Или нет? Что интересно с Саджуком-то произойдет? Просто такой типа имбовый корабль, нагибатор. Еще непонятно, куда он делся. Продали в играм? Да, вот да, это его пустили на металлолом. Сделали из него орбитальную верфь, как из Мазершипа оригинального первого, да? Как говорится, да. Пошло не так, чем чуть больше, чем все. Да? И суть в том, эта аномалия по картам находится в регионе Вейгров. Что это говорит нам о том, что вот эти инкарнаты, которые подозрительно похожи на Вейгров, это будут реальные Вейгры, которые каким-то образом лямзили про жбанитеровские технологии. Кстати, в Humold Mobile, ну, есть такой чувак, Норсаунд, который был фанатом Humold'а и которого впоследствии наняли как сценариста для Humold Mobile. Вот. Но он говорил о том, что вот там есть этот вейгровский чувак Джочи Кан, который был внебрачным сыном Макана, который улетел в эту галактику Нимбус за прожбанитеровскими технологиями. И он говорил о том, что идея с этим варлордом вейгров, который вот отпрыск Макана, это было до него. То есть это уже было как скелет сюжета, от которого нельзя было отказаться. Интересно, что будет с Додиком Каном, ой, Йоджиком Каном этим? Йоджик. Жоржик. Если бы тут был Алик Зет у Mobile.ru, он бы рассказал. Я еще не прошел. Я Mobile играл, но у меня там сюжет оборвался. Его показали, собственно, и на этом все. Мне кажется, что вот через какое-то время мы узнаем, что вот эти вот инкарнаты, это потомки вот этого самого Джочи Кана, который каким-то образом вернулся там, не знаю, или что-нибудь в этом роде. В любом случае, в общем и целом, это будет опять Игоряне против Вейгер. Там, возможно, какой-нибудь отдельной части, какого-нибудь культа, а-ля Галсиен, но тем не менее. Может быть, мы узнаем, каким образом у Макана нашелся второй дредноут. В оригинальной галактике было место только для одного дредноута, и его забрали хигаряне. Да. Атлас спрашивает, почему переходы у хигарян такие голубенькие и ровненькие, а у инкарнатов такой дигитально-красный. Черт его знает почему. Потому что инкарнаты, видимо, имеют какие-то прожбанитерские технологии. Но почему оно такое рваное, конечно, вопрос. Там по приходу, наверное, люди размазанные по стенам в некоторых местах. Может, так и появился бист, размазанный по стенам, да, после неудачного гиперперехода. Делаем из ХБВХ, 40-тысячника. Да лучше бы бист бы появился в этой вселенной. У меня, кстати, тоже вопрос, да, как бы лор завязан на ядрах. А на чем тогда летают эти противники? Ну, может, у них поэтому и рваное гиперпространство. Получается, они нашли какую-то новую, четвертое ядро. Они, наверное, какие-то технологии рваные забрали у прожбанитеров этой аномалии. И поэтому у них все рваное. Да нет. Первая экспедиция Карен забрала 3 яйца Саджука, 3 оригинальных ядра. А на Каркушане у этой имагентки там хигарянские, но такие, что прям вот по качеству чуть ли не прожбанитеровские будут. Типа настолько умная. Вот, это по лору. Но, опять же, идея с тем, что Карен улетела исследовать эту аномалию, еще назвали таким римским словом Ноктуа-27. Мы же как бы знаем, что весь этот лор Humold'а, он больше основан на восточных идеях. Типа Ближний Восток и в сторону Индии, скажем так. Никаких римлян. Это уже какая-то хрень пошла. Галактика Нимбус, Аурора, Эрос, такие имена. Лазарус. То есть это вообще не в хигарянскую степь. Если почитать Бекки там, все эти имена, то есть все эти мотивы, это все про Ветхий Завет, Моисей и компания. Я на самом деле думал, когда они вот первый раз сказали про эту аномалию, что-то интересное против какой-то силы будем бороться, неизведанной, могущественной. Вот у меня тоже. Потому что, говорю, концовка к этому предрасполагала. Да, в конце концов, корабль бога. Да, более глобальное что-то. Оказалось, какой-то банальщиной. Там, кстати, помните, кипер аббасидов, Саджук, это же все отсылки к аббасидскому галифату, империи сельджуков, Humold Mobile, намеки на то, что между прожбанитерами была целая гражданская война. Вот. Масштаб такой, типа, одни прожбанитеры против других прожбанитеров, а тут, походу, опять с какими-то... Абсосами воевать. Абсосы, да. Тут уже говорилось о том, что вселенная Humold'а — это вселенная без умного Макса. Какие-то древние артефакты и людишки, пытающиеся их использовать. И выяснять отношения, кто-то сильнее, да.
кто из них более прожбанитерский, кто из них Саджукар. Да, у кого более остальные, так сказать. Да блин, вспомните арты Homeworld Dust Wars'а, да? Тут лучше бы по ним сделали все. Там и мегалиты, и корабли, паркующиеся в мегалиты, авианосцы, да, были, и всякие ремонтные станции, и порты всякие там алтарианцев тех же самых, всякие там торговые станции огромные. Вот это было бы интереснее, и это был бы тот масштаб, который действительно нам, так сказать, и виделся, и мы всегда думали, о, на самом деле, да, как Dust Wars, ну, именно конечно. Богатая такая вселенная. Рисовали все, а как дошло до практики... Эх. Плакали мои мечты увидеть красивые мегалиты и большие космические станции. Да увидишь. Я думаю, увидишь. Что-то подобное ты увидишь. Я говорю, я смотрел ресурсы, так что ты пока не разочаровывайся. Ранние концепты к Homeworld 3 на самом деле смотрелись вот и интереснее гораздо. Да. То, чего и хотелось, то, чего мы, так сказать, и ждали. Новые корабли, но стилистика та же самая. И мегалитов, и прочее. А вообще, как бы, речь о Таиданах-то будет мне интересно или нет? Вроде как в артах показывают, и намеки были на Таидан. А сейчас не знаю даже. За Таидан не забудем, не прости. Я думаю, это просто арт. Просто байт. Они искали вдохновение, с чего начать. Короче, да. Кабари нам тоже не покажут. Мне еще не понравилось, что начали как-то очеловечивать эту вселенную. А, да, есть такое. Я мечтал увидеть Налториан, Налторианский порт. Ну, может, там, какие-то, там же какие-то вообще инопланетяне отголоски были. Какие-то, может, и увидим. Вообще, как бы, если судить по лору, то у Хигарской империи очень много под их защитой находится разных рас, насколько я понимаю, да? Можно было все это бы показать, но нам покажут Бибу. Вероятно, опять будет две расы и пара пиратов. Это печально. Я вот все думал, когда же из Homeworld 2 сделают более такой киберспортивный. Ну, то есть, не то чтобы киберспортивный, хотя бы так, чтобы интересно было. Три расы какие-нибудь. Там же почти пришли к этому. Но, видимо, никогда этого не будет. Это всегда будет одиночно-компанейская РТС-ка. Ну да, да. Ой, да, много, конечно, к сюжету тоже вопросов. Концовочка Homeworld 2 обещала, что мы увидим что-то прям эпическое такое, да, межгалактические гиперврата от новой эры Сиджет. Короче, много всего, но что-то как-то опять все локально. Даже, я говорю, в этом плане Homeworld Mobile получается, смотрится выигрышнее, чем Homeworld 3. Надо было делать игру про прогениторов. Значит, надо было, да, ворошить вот в этом направлении, что вот мы там достали дредно, выкинули, как открывашку там от врат Балькоры. Надо было, да, просто с Джоуком летать, видимо, и восстание машин подавлять. Наверное, об этом надо было делать игру. Может быть, об этом, кстати, и будет вся игра, кто знает. Только мы это будем делать на очередном банана-шипе, так сказать. В общем, дизайн говно, интерфейс говно. Сюжет говно. Ну, сюжет может быть не таким плохим, но... В общем, отличная игра вырисовывается. Да. Ладно, я думаю, все будет нормально. В любом случае, это просто ранний хейт ранней версии. Да. В любом случае, мы будем играть. В любом случае, мы уже все купили, деваться нам некуда. Не, я не покупал. Я пока не готов. Сколько-то времени-то прошло, я тоже вот Deserts of Karak один раз запустил. Поначалу это поплевался, а потом все-таки прошел через какое-то время. Не, ну пески, как ни странно, мне даже зашли. Хотя там хватает и дыры с сюжетом, и с механиками. В атмосфере как-то зашло. Ну а да. Роб Каннингем, отличный визуальный директор, вместе с Павлом Русским. Клей, который склеивает франшизу все вместе. Если бы не они, наверное, это бы уже давно распалось бы и развалилось, никому интересно не было. У меня, наверное, все, потому что мы там узнали. Благодаря товарищу Пандоре немножечко знаем, куда история пойдет, но мы вам не скажем. Потому что идите сами и учите Unreal. Может, делайте свой Homeworld. Скажем только то, что у Карен размер остался прежний. Ну, так и 200 лет уже. Да, а башка еще лысее. Но для 200 лет выглядит она неплохо. Она просто не накрашена. А про имагентку прям стишок сочинился. Волосатая головка, мамку всовывается ловко. Ужас какой. Все ж по лору. Это загадки из Мурзилки, да? Эй, да. Тихо сзади подошел, быстро сунул и пошел. Кто? Макан. Ну, кстати, да, опять все из-за женщин, да? Был Макан, появилась женщина, нет Макана. Был император, появилась женщина, нет императора. Бабские разборки начинаются дальше, потому что, ну да, мы же это не говорили, но там просто спойлеры есть. Ну, в Хабадоке то же самое фигня.
бабские разборки, да. Да, везде стоит женщина во главе конфликта. Мужчина погибает. Да, в этом весь Homeworld. Ладно, у меня, наверное, все. Да, вроде все обсудили, да. Ну да, вроде все обсудили, действительно. Ну, короче, интересно, да. Посмотрим, что нам все-таки покажут. Надеюсь, покажут нам не скоро. Я тоже буду надеяться, что компания не разочарует. Ладно, что, будем тогда закругляться? Да. Пойдемте играть КВ2. Выпустим пар. С вами был товарищ Алекс Двулисы, товарищ Пандора Зеро, товарищ Хикс и товарищ я. А также подписывался в комментариях товарищ Атлас. Спасибо за то, что были. Да, спасибо и вам. Да, было очень интересно поговорить. Да, накипело. Выговорились. Ждем мая потихонечку, да. Посмотрим, какие сюрпризы нам принесут. И сюрпризы нам принесут Саджук. А теперь сцена после титров. После этого разговора прошло какое-то время и появилось несколько новостей. Во-первых, было анонсировано Homeworld West Riches, это игра для VR. И игра эта предельно дешевая и убогая, и ради будущего франшизы было бы хорошо ее исключить из канона. А вторая новость заключается в том, что была анонсирована дорожная карта для Homeworld 3 и показаны бонусы для делавших предзаказы. По этой информации становится ясно, что Wargames будет ключевым элементом в построении будущего игры. И там же будут рейтинги, баннеры, значки, цвета для имен и прочее, прочее, прочее. С этой информацией непонятно, что будет дальше с мультиплеером, синглплеером, будут ли еще дополнительные кампании и что будет с моддингом, насколько разработчики разрешат модифицировать игру. А ведь это было одним из тех элементов, которые просили фанаты. Ну что же, посмотрим, релиз уже недалеко. Truth, Imogen, is that this waterfall reminds me to endure the chaos of the moment. That the beauty of the future is always worth it. Так, что мне как-то трансляцию назвать? КВ3 абсос. Я прям напишу так, рейтинг КВ3. Давай, байт название. Старики хейтят.